лежали обычным практикам. Титаны и другие шесть раз также сидели на своих высоких трибунах. Множество людских глаз с любопытством, враждебностью и страхом рассматривали их. Всех не могло не удивить то, что если раньше прибывающие к ним расы часто их высмеивали, то теперь вели себя очень тихо и культурно. Эй, а почему среди них не хватает одной расы? Должны быть Тяньюй, но они, похоже, на этот раз не участвуют. Нет, я видел их, они прибыли пару дней назад в столицу. Черт, они так напыщенно себя вели. Многие чиновники и главы больших семей империи с подозрением размышляли о причине отсутствия расы Тяньюй. Новости о случившемся у главного зала дворца императора не распространялись по приказу Шэньдэ, а Гектор и другие старейшины даже думать об этом не смели. Вдруг об этом узнает Нинцы? Внезапно в небо взмыли 8 больших бронзовых стульев. Когда все их увидели, то догадались, что приближаются мастера сферы пути. Странно, здесь всего 6 раз, плюс наш император, получается 7. Тогда по какой причине стульев 8? Может, старейшина расы Тяньюй тут? Тогда где же ученики, что будут участвовать в соревновании? Всех еще больше это смутило, но некоторые стали о чем-то догадываться. Ша-ша. В одночасье на бронзовых стульях появились фигуры. Вскоре все они были заняты мастерами сферы пути, но одного люди видели впервые. Это случаем не повелитель пустыни? Да, это должен быть он. Похоже, слухи верны. Повелитель пустыни сопоставим по силе с мастером сферы пути. Получается, теперь наша империя Шэньдэ не самая слабая, она, как минимум, не слабее 5 высших сект, верно? Новость оказалась правдивой. Даже не знаю, как на это отреагирует империя Тянин. Среди зрителей были люди святых земель, высших сект и других империй, а также шпионы различных рас, желающие проверить силы других сторон, с которыми им, возможно, придется столкнуться в сражении небесных мастеров святых рас. Глава 3165. Он пришел. Фиянь, ты вырастила хорошего сына. Линьнин сидел рядом с Ван Мутин, ее глаза были переполнены чувством зависти. Сын ее подруги сидел наравне с легендарными мастерами сферы пути, для нее это было чем-то нереальным. Ван Мутин улыбнулась, но в глубине души тяжело вздохнула. Ее сын всего достиг сам, она ничем ему не помогла. За исключением Дама Шэнь Юньхао, миллионы зрителей направили свои взоры на Нинцы. Наблюдая за новым мастером сферы пути, многие молодые практики почувствовали зависть. Например, многие младшие Дам Один не только завидовали юноше, но и выражали враждебность. По их мнению, Нинцы всего лишь бессмертный император. Таких, как он, предостаточно в империи Шэньдэ. Хотя это не самый низкий уровень практики, но такого мастера можно было считать среднячком. Но поскольку у него был духовный зверь сферы пути, он мог сидеть вместе с великими мастерами и иметь равный им статус. В это же время людям 6 раз было очень некомфортно находиться рядом с Нинцы, многие из них бесконтрольно дрожали и боялись посмотреть на юношу из-за произошедшего вчера. «Что ж, думаю, мы можем начать», — спросил Гектор у Нинцы и Шэньдэ. «Все готовы?» — спросил Шэньдэ. «Да, можем начинать». Остальные мастера сферы пути закивали, они уже хотели побыстрее со всем разобраться и покинуть империю Шэньдэ. Вскоре на арене начались сражения, но были они все очень скучными в глазах практиков сферы пути, но обычную публику повеселить было достаточно. Как и всегда, небесных мастеров империи Шэньдэ побеждали один за другим. В соревновании участвовало 50 человек, 10 в сфере монарха и 40 в сфере императора. Многие из них были из дома Ван Ча, но и они проигрывали противникам, не имея никакого преимущества. Все кончено, в нашей династии Шэньдэ остался только один человек в сфере бессмертного императора, он точно проиграет. Чему тут удивляться, результат с самого начала был очевиден. Я вот пришел сюда, чтобы посмотреть на способности других рас, в этом я нахожу мотивацию развиваться. Зрители человеческой расы не заботились о победе или поражении империи Шэньдэ, они просто наблюдали и учились чему-то новому, переманивая опыт от других рас. Лорд Дин тихо сидел на своем месте, только изредка бросая взгляд на бронзовый стул, на котором сидел Нинцы. Уже скоро, недолго тебе осталось веселиться, старик сжал подлокотник стула и озарил свое лицо легкой улыбкой. Долго наблюдая за боями, Нинцы мог сказать, что империя Шэньдэ обладала поразительной силой, превышающей 7 небесного закона. Некоторые из участников сферы бессмертного монарха были возрастом всего 3000 лет. Это было ничто. В бессмертном мире, если ты достигнешь сферы бессмертного за 3000 лет, то это уже было хорошо, но тут это были бессмертные монархи. Правда, они все равно были побеждены 6 расами. Единственному монарху из всех участников империи Шэньдэ удалось победить мастера расы Яньцзин, а также расы Ши, но после он проиграл мастеру расы титанов,
который всего за дюжину ударов вырубил человека. Но хорошо, что ни один из боев не заканчивался смертями, максимум участники отделывались серьезными ранами. «Брат Нин, я рассмешил тебя этим неуклюжим результатом», — сказал Шэньбэ с неловким видом. «Ничего страшного, проигрыш еще не конец», — улыбнулся юноша. Изначально это соревнование было направлено на укрепление своей власти. Победа или поражение мало что давали и никак не меняли нынешнее положение человеческой расы. Жаль проигрывать, ведь помимо пяти шахт Шэньло, три святых расы обещали выдать победителю из своей священной сокровищницы награду, и она будет очень значимой, если, конечно, верить слухам, — огорченно вздохнул Шэньдэ. «Сокровища святых рас?» — Нин Цзы заинтересовался. «А есть ли у них в сокровищнице цветок божественной чистоты?» «Цветок божественной чистоты? Его там не должно быть». Шэньдэ не был удивлен вопросу. Он уже слышал от Ван Ча об этом цветке, хотя до этого ни разу о таком не слышал. Из этого следует, что найти его в низшем царстве Шэньло было так же тяжело, как птицу на дне моря. «А сущность пламени?» — небрежно спросил юноша. «Сущность пламени? Ну, такое точно есть, их собирают для красоты, в основном они бесполезны». «То есть одну точно они смогут найти?» — юноша призадумался. Он не знал, какие сущности были в сокровищнице святых рас и будут ли они полезны огненному целению. «Пламя, которое она слопала в тот раз, было довольно высокого уровня, все же за ним охотился клан Тяньюй. Возможно, если добраться до трех святых рас, то получить сущность пламени будет не особо сложно», — Нин Цзы продолжал размышлять. Однако он не собирался участвовать в соревновании, занимать первое место и просить сущность пламени у трех святых рас. Проблема в основном была в недостатке сил, ведь даже если взять мастера сферы монарха расы титанов, то победить одного он еще сможет, но полагаться на горлянку бессмертных в подобном соревновании не получится. Он уже решил, что как закончится бой, вернется в заброшенные земли и там повысит уровень техники святой силы четырех духов. Проиграл. Последний участник человеческой расы потерпел поражение. Хотя этого все ожидали, но неприятный осадок оставался. Затем проиграл клан Яньцзин, клан Датяни. Спустя полдня победителем в соревновании вышла раса титанов. «Спасибо, всем спасибо», — Гектор поклонился всем, особенно Нин Цзы. «Если бы он не разобрался с расой Тяньюй, то, вероятно, победителем вышла бы именно эта раса». «На этом все, повелитель пустыни Шэньдэ, я прощаюсь с вами», — сказал мастер расы Ши. Как только он договорил, в небе над ареной появился огромный шар, излучающий сильный жар. Он пришел. Лорд Дин от волнения крепко сжал свои кулаки. Глава 3166. Валькирия — это средняя стадия сферы пути. Гектор и остальные мастера рядом с ним насторожились. Аура яркого шара была настолько сильной, что выходила далеко за рамки начальной стадии сферы пути. «Неужели клан Тяньюй послал людей?» — подумал человек расы Яньцзи, покосившись на Нин Цзы. Шэньдэ был весь хмурым, но затем облегченно выдохнул, так как узнал прибывшего. В клане Тяньюй хоть и была пара мастеров средней стадии, но такая пламенная аура, способная сжечь все вокруг, могла принадлежать только расе монстров, а именно, клану Золотого Ворона. Истинный правитель расы монстров. В расе монстров, как и во многих других расах, было множество ветвей, но все они без исключения имели титул святой расы из-за связи с кланом Золотого Ворона и пользовались этой привилегией. Зрителям на арене было тяжело дышать и смотреть на палящий шар. Многим пришлось опустить голову и возвести вокруг себя защиту. Когда Ван Ча увидел пламенный шар, его взгляд сразу же устремился на лорда Дин, который в это время улыбался от уха до уха. Так вот почему он был таким тихоней в последнее время. Он хочет чужой рукой навредить брату Нин. Мужчина быстро обо всем догадался, его выражение лица стало очень сердитым. Клан Золотого Ворона был очень силен, и если они будут настаивать на том, что хотят забрать огненного целиня, то даже если вся человеческая раса попытается воспротивиться, ничего из этого не выйдет. После нескольких вдохов из пламенного шара вышла фигура, и ослепительный свет тут же погас. Наконец, все могли разглядеть их незваного гостя. Им оказалась женщина с пышной фигурой и очень откровенным нарядом, открывающим вид на кожу пшеничного цвета. Как только Гектор увидел ее, то тут же поклонился. «Гектор, страж расы титанов, приветствует Валькирию Золотого Ворона». Остальные последовали его примеру. Все они были очень потрясены тем, что сюда прибыла Валькирия из храма боевого божества, являющейся самой сильной боевой единицей клана Золотого Ворона. В клане Золотого Ворона храм боевого божества имел большой авторитет и особые обязанности. Он отвечал за порядок всей расы монстров, а также выступал в качестве личной охраны главы клана. Однако Валькирии в храме
боевого божества имели самый высокий статус, поскольку только самые выдающиеся женщины клана Золотого Ворона могли заслужить этот титул. Такое особое отношение к женщинам было обусловлено огромной проблемой деторождения, и сила будущего потомства напрямую зависела от того, какой была женщина. Так что если перед вами находилась женщина с титулом Валькирии, вы сможете легко определить ее невероятно высокий статус в клане Золотого Ворона. Вот это да, они послали Валькирию, ха-ха, повелитель пустыни, на этот раз тебя определенно ждет смерть. Потрясенный лорд Дин был вне себя от радости. Можете опустить формальности, сказала мягким голосом Джигэ, одарив всех своим легким взглядом. Соревнования уже окончены. После небольшой паузы женщина задала вопрос. Конечно, уважительно ответил Гектор, наблюдая за тем, как такой здоровяк, как Гектор, проявляет уважение к миниатюрной женщине, помогло многим незнающим осознать ее статус. Правда, очень хорошо, я не помешаю своим визитам, кивнула Джигэ. А затем ее взгляд упал прямо на Нинци. Она здесь из-за меня? Юноша почувствовал оттенок враждебности в глазах женщины и почти сразу же догадался, что ее целью была огненный целинь. Я слышала, что один из мастеров человеческой расы поработил члена моей расы, это ты. Джига посмотрела на Нинци с сомнением в глазах. Она не могла представить, что члена ее расы в сфере пути мог поработить человек сферы императора. Недавно храм боевого божества получил об этом информацию, но игнорировать ее никто не стал, хоть и казалась она глупой. Она решила лично отправиться сюда и разузнать правду. Так вот почему она тут. Гектор и остальные переглянулись и одновременно отошли в сторону. Они не собирались вмешиваться в это дело и даже догадывались, что так будет, но правда не так скоро. Поработил? Я не знаю, кто распространяет такой бред. Когда это я вообще успел поработить члена расы монстров? Нинци развел руками в сторону женщины. Джиг несколько раз осмотрела юношу с ног до головы и с хмурым видом задумалась. Я слышал, что у повелителя пустыни действительно есть духовный зверь, он в сфере пути, иначе как он со своей сферой мог сидеть с другими старшими? В толпе внизу внезапно раздался голос. Слышно было человека отчетливо, но когда народ захотел увидеть говорившего, то его уже не было на том месте, где он стоял. Зато теперь стало отчетливо понятно, что у Нинци был духовный зверь. Взгляд Джига стал холодным и острым. «Освободи члена моей расы, а затем следуй за мной в мой клан, там тебя приговорят к казни». Шэньбэ хотел что-то сказать, но его прервал мастер сферы пути расы Яньцзин. «Повелитель пустыни, раз уж сюда пришла Валькирия, то смысл прятаться? Черт, если бы я знал, что он так сделает, то сказал бы брату Нин убить его». Ван Ча сильно нервничал, что Нинци не сможет выбраться из этой передряги. Ар! Но внезапно юноша достал печь и оттуда выпрыгнула огненный целинь, чьи пламенные глаза сразу же уставились на Джига. Клан Золотого Ворона? Целинь удивилась. Ци! Целинь? Увидев огненного целиня, Джига растерялась. «Мисс, вы говорили о ней, но она мой лучший друг, а не порабощенный духовный зверь», — объяснил Нинци. «Почему целинь появился в низшем царстве?» Джига забеспокоилась, а услышав слова юноши, сразу же спросила: «Кто ты и почему с тобой находится Целинь?» Глава всей расы монстров высшего царства Шэньло. Клан Целинь повелевает всей расой монстров в высшем царстве Шэньло. Все до единого были поражены. Даже Нинци не остался равнодушен. Серебряный дракон говорил ему, что они сильны, но их клан немногочислен. Каким тогда образом они стали главными среди всех монстров? Глава 3167. Святая Гектор и другие мастера сферы пути увидели в глазах Валькирии оттенок эмоции, которой не должно было быть, и это был страх. Храм боевого божества расы монстров – символ бесстрашия. Даже если они сталкивались с расой драконов и трехглазых, их это не пугало. Все стали более серьезными. По выражению лица и словам Джига они, наконец, убедились, что духовный зверь повелителя пустыни был из высшего царства Шэньло и имел очень необычное происхождение. Только кто-то или что-то из высшего царства могло вызвать ужас у трех святых рас. Лорд Дин нахмурился и посмотрел на огненного целиня. Его лицо постепенно позеленело. Он планировал, что Джига быстро разберется с Нинци, как только увидит зверя. Так он поквитается со своим обидчиком и продолжит спокойно жить. Но поведение Джига в этот момент вызывало у него дурное предчувствие. «Я подписал с ней договор о взаимном существовании, мы не можем покинуть друг друга», — улыбнулся Нинци. «Взаимном существовании?» Джига не понимала, что это, но это подтверждало тот факт, что у юноши и зверя был контракт. Вот только она хотела понять,
почему вообще огненный Целинь подписал этот контракт с человеком. Бэйсюань, мне съесть эту женщину? Пламя в ее теле неплохое, оно поможет моей практике, спросила Целинь. Подожди. Джига поспешно замахала руками. Святая, я не враг вам. Наша раса монстров тесно связана с высшим царством Шэньло. Я просто все не так поняла, произошло недоразумение. Святая, Гектор и другие в смятении посмотрели на Целиня. Почему Валькирия так обратилась к этому зверю? Целинь, что это за клан такой? Никогда не слышал о них. Но Валькирия сказала, что они главные среди монстров в высшем царстве Шэньло. Так что, вероятно, это очень могущественная раса, намного выше трех святых рас. Хочешь сказать, у нашей человеческой расы есть более сильный покровитель, чем у трех святых? Возможно. Люди обсуждали ситуацию, их сердца не находили себе покоя от догадок и предположений. Человеческая раса уже давно плелась внизу, возможно, эта ситуация изменит их положение. Потрясенный Шэнь Дэ, придя в себя, не только подтвердил свое предположение о происхождении Нинцы, но посчитал, что уже ничего опасного им не грозило. Валькирия клана Золотого Ворона сказала, что огненный Целинь святая, поэтому, вероятно, у них получится как-то сгладить вражду между его империей и расой Тяньюй. Недоразумение? Огненная Целинь посмотрела на Нинцы. Фактически, она уже все знала, прочитав мысли юноши, и у нее не было намерений съедать женщину. В конце концов, они на чужой территории. Никто не мог гарантировать, как поведет себя клан Золотого Ворона. Если начнется война, то даже она не сможет выдержать нападение мастера поздней стадии или великой завершенности сферы пути. «Они думают, что я тебя поработил», — объяснил юноша. «Что за бред? Пойду я дальше спать», — пробубнила Целинь и снова вернулась в печь, которую юноша впоследствии убрал. Только после этого Джига смогла расслабиться и вновь посмотрела на Нинцы. Юноша имел контракт с одним из лордов расы монстров высшего царства Шэньло. Его личность не была простой, и она не знала, что в таком случае делать. «Мисс, а могу я узнать, откуда пошли эти глупые слухи?» — спросил Нинцы. Такое обращение между равными не казалось толпе чем-то из ряда вон выходящим, и даже Джига восприняла это как должное. После вопроса юноши Джига пришла окончательно в себя. Она сама уже хотела выяснить личность человека, из-за которого прошла всю эту дорогу зря и чуть не обидела Целиня. Возможно, здешние люди думают, что только отсюда можно было возвыситься в высшее царство, но на самом деле мастера высшего царства могли спускаться сюда. Она знала это, так как видела, как величественное существо спустилось из высшего царства к ним в низшее. Если бы она оскорбила огненного Целиня и спровоцировала гнев расы монстров высшего царства, то от ее клана могло вообще ничего не остаться. Лорд Дин весь скорчился и подсознательно посмотрел на мужчину средних лет рядом с ним. «Лорд, не беспокойтесь, я не оставил хвоста. Все, кто знают об этом, убиты», — ответил охранник. «Хорошо», — старик медленно кивнул и немного успокоился. На этот раз ему не удалось расквитаться с юношей. Вместо этого он накликал на себя беду. При мысли об этом лицо старика снова потемнело. «Как я поняла, это кто-то по фамилии Дин. Он член вашей империи Шэнь Дэ?» — ответила Джига. Округа внезапно полностью затихла. Множество зрителей направили свои взгляды на лорда Дин. «Это сделал свой же?» «Эх, человеческая раса в своем репертуаре», — с насмешкой сказал Гектор, смотря на старика Дин. «Это сделал лорд Дин?» Сотни чиновников империи Шэньды были поражены. Они не ожидали, что старик пойдет на такое, наплевав на будущее их империи. Даже люди, что следовали за ним, выглядели очень разочарованными. Лорд Дин медленно посмотрел на своего охранника, который утверждал, что следы заметены. Как тогда Валькирия узнала о нем? Сам охранник был в шоке и смятении. Он побоялся поднять глаза на старика, так как не знал, откуда Джига узнала об этом. Видимо, разведка расы монстров была слишком хороша. «О, так это лорд Дин, я знаю его, это старик, сидящий вон там», — Нинцы указал в направлении старика. Люди особняка Дин в этот момент не находили себе места, но старик оставался спокойным. Он медленно встал и сказал: «Старшая, кто-то хочет подставить меня». Глава 3168. Третий уровень техники «Святая сила четырех духов». Все разочарованно покачали головой. Как мог старик продолжать отрицать правду? Кого он пытается обмануть? Да и какова была причина? Кто из них мог знать заранее, что отношение Валькирии так кардинально изменится,
после того, как она увидит Целиня. Вначале она пришла с мыслью убить. Толпа безмолвно смотрела на старика, любуясь представлением. «Я возьму ответственность за расследование этого дела», — сказала Чжига. Лорд Дин сделал глубокий вдох, считая, что его пронесло. «Ты пойдешь со мной в мой клан», — снова заговорила Чжига. Лорд Дин разинул рот, в его глазах появились нотки ужаса. «Отправиться в клан Золотого Ворона? Она там пытать его будет?» «Лорд Дин, раз уж это настолько серьезный вопрос, тебе нужно проследовать с Валькирией. Раса монстров справедлива и лишний раз никому не будет причинять вред. Когда все прояснится, я лично заберу тебя», — внезапно сказал Шэньдэ. Лицо старика позеленело, будто он съел лепешку, лежащую на сельской обочине. Чжига в это время поклонилась Нинци. «Если у тебя будет свободное время, ты можешь прийти в мой клан в качестве гостя». Конечно, юноша поклонился в ответ. Затем женщина схватила старика, превратилась в яркий шар света и исчезла. Люди особняка Дин стояли как столбы, все ощущали тревогу. Без своего главы их особняк быстро растеряет свой статус. Охранник средних лет вдруг что-то почувствовал и посмотрел в сторону. Там в это время на него равнодушно смотрел Шэнь Юньхао. Сердце охранника заколотилось, а на лице появилась лестная улыбка. Ван Ча улыбнулся в ответ и отвернулся. «Повелитель пустыни, это мой передатчик. Если у вас будут ко мне какие-то вопросы, можете связаться через этот жетон. Так как отборочные продолжаются, я должен спешить к следующему полю боя». Гектор достал нефритовый амулет, протянул его Нинце и сразу же ушел со своей группой. Остальные 5 мастеров других раз также передали юноше средства связи и ушли. Действия Гектора заставили их проявить находчивость, так как у Нинце теперь были близкие отношения с кланом Золотого Ворона из-за Целиня. Если они смогут наладить с ним дружеские отношения, то это принесет большую пользу их расе. «Всем хорошего пути», — Нинци проводил толпу и взглянул на амулеты в руке. Хотя эти 6 мастеров сферы пути не очень сильны, но отказываться от лишних рук он не собирался. Возможно, ему даже получится взять их в бессмертный мир, они то быстро разберутся с семьей Небесного Закона. «Император, если больше ничего важного нет, то я вернусь в заброшенные земли», — сказал юноша. «Да, пока важных дел нет», — ответил Шэньдэ. Вскоре Нинци забрал Ван Мутин и других обратно в клан Цзяншин. Лишинин последовала за ними. Как только юноша ушел, император взмахнул рукой, и огромная сила направилась прямо в разум миллионов слабых практиков, прибывших на арену. В глазах этих людей появилось небольшое помутнение, но затем они быстро пришли в себя и совсем не почувствовали, что что-то случилось. «Странно, мне кажется, что я что-то забыл», — кто-то проговорил. Ван Ча с сомнением посмотрел на действия императора. «Старший, я временно сковал их память о произошедшем, но через 10 лет они все вспомнят», — улыбнулся Шэньдэ и затем постарался объяснить свои действия. «Если Тянь Юй узнают о случившемся, то спрячутся и начнут тайно пакостничать. Лучше подождать, когда они сделают ход, тогда с помощью брата Нин и клана Золотого Ворона мы разрешим проблему». «Но 6 раз могут распространить новость», — сказал Ван Ча. «У всех, кроме него и еще пары человек, память была в порядке, но даже в этом случае нельзя было скрыть произошедшее. Не волнуйся, они ничего не скажут». Покинув империю Шэньдэ, Гектор внезапно развернулся к своим людям и предупредил. «Я запрещаю вам распространяться об увиденном, поняли?» Все дружно кивнули. Аналогичная сцена произошла и среди остальных 5 раз, покинувших империю Шэньдэ. На этот раз клан Тянь Юй столкнулся с железной стеной. «Я жду с нетерпением, когда они по ней ударят», — коварно улыбнулся Гектор. «Заброшенные земли, тренировочное поле. Система, я хочу повысить уровень техники Святая Сила 4 Духов. Системное сообщение, 3 уровень, стоит 100 миллионов очков достижений. Пользователь, подтвердите покупку». «Подтверждаю». 100 миллионов были вычтены, затем техника начала расти в уровне. Тело юноши моментально окутал белый туман, который продолжал сиять все ярче и ярче. Параллельно этому в теле юноши происходили изменения, и в какой-то момент в его характеристиках уровень техники Святой Силы 4 Духов со 2 уровня изменился на 3. Бум! Возвышающаяся сила, возникшая из внутреннего мира юноши, безумным потоком направилась в его 8-ю бессмертную меридиану. Обычным людям потребовалось бы уйма времени, чтобы получить такой объем энергии, под воздействием которой юноша стал быстро продвигаться по практике. Бессмертный император поздней стадии. Аура продолжала расти. Великая завершенность бессмертного императора. Вскоре 8-я бессмертная меридиана была полностью заполнена, но полученная энергия все еще продолжала непрерывно наполнять тело Нинци. «Если так продолжится,
то он лопнет как воздушный шар от переизбытка энергии. Глава 3169. В ожидании, все же сила третьего уровня еще мощнее, чем предыдущие. Она достойна считаться техникой высшего царства Шэньло, пробормотал Нинцы, но затем поспешно превратился в большую обезьяну, чьи размеры были почти сравнимы с огромной горой. После трансформации давление энергии на него сильно уменьшилось, потому что физическая сила была в 10 раз выше, да и общий резервуар увеличился, правда, проблему это не решало. Черт, я же забыл про святую тюрьму великих, Нинцы хотел дать себе подзатыльник за это. Он немедленно применил технику, направляя всю ужасающую энергию для ее прогресса. Хотя его практика бессмертного пути не могла улучшиться, но улучшая технику, он укреплял свое физическое тело. В конце концов, практика бессмертного пути имела ограничения, но вот физическое тело как один большой неограненный алмаз, который можно было бесконечно закалять. День спустя время раздалось оповещение системы. Святая тюрьма великих достигла 14 уровня, повышая базовую физическую силу Нинцы почти вдвое. После этого давление на Нинцы снова ослабло, но энергия от повышения уровня техники не заканчивалась. Уйдя с головой в тренировке, юноша не знал, как долго он находился в состоянии концентрации. Он лишь понимал, что успешно повысил технику святой тюрьмы великих до 18 уровня, получив в 5 раз большего эффекта от техники, чем когда она была на 13 уровне. Свою нынешнюю физическую силу Нинцы не знал, как описать и определить ее пик. Если я подниму эту технику на 99 уровень, думаю, мое физическое тело будет не слабее, чем у мастера 4 царства. Юноша сделал глубокий вздох, встал и осмотрел свое состояние. Ужасающая энергия святой силы 4 духов была поглощена. Практика бессмертного пути достигла пика императора. Хотя мне еще далеко до достижения сферы монарха, но вот мое физическое тело уже, вероятно, находится на этом уровне. Но была еще одна вещь, о которой он долго думал. Основа практики демонического пути оценивалась по силе физического тела, но почему же тогда с его нынешним уровнем силы практика демона оставалась все так же на уровне демонического короля? На этот вопрос система не дала ему ответа. Нинцы предположил, что он повысил свою силу тела, каким-то образом не относящуюся к демоническому пути. Система, что насчет 4 уровня техники святой силы 4 духов, поинтересовался Нинцы. Системное сообщение: недостаточно данных для вычисления, ответила холодным голосом система. Недостаточно данных? Техника превосходила всякие ожидания, использовать ее как повышение своей практики и прогресса других техник было самым быстрым способом развития. И если система продолжит отказывать ему, придется тогда своими силами добираться до 4 уровня техники, а сколько времени это займет, он не предполагал. Однако за это время тренировок он получил много всего. Вероятно, теперь без каких-либо внешних сил, а исключительно самостоятельно, он мог сразиться с бессмертным монархом начальной стадии. Что же будет, когда он откроет 9 внутренних врат? Тут Нинцы было тяжело судить о пределе своей силы. Видимо, я провел тут около 2000 лет. Во внешнем мире прошло около 5 лет, верно? Нинцы примерно определил время своего отсутствия и мгновенно покинул тренировочное поле. Как только вышел из комнаты, Нинцы увидел обеспокоенного Линь Цзую. Что случилось? Спросил юноша. Повелитель, вы, наконец, вышли. Мужчина с облегчением вздохнул и приступил рассказывать. В последнее время я слышал пару слухов. Похоже, за нами следит раса Тяньюй. Серьезно? Да, люди видели расу Тяньюй на нашей территории, но их цель не ясна. Я послал своих подчиненных разузнать, но Тяньюй ведут себя очень бдительно. Моим людям пока не удается ничего узнать. Линь Цзую горько улыбнулся. Что-то еще случилось в заброшенных землях за это время? Поинтересовался юноша. Чтобы избежать внезапных нападений, он отправил Ван Мутин и остальных девушек в свою область Творца, так он мог со спокойной душой развиваться. Ничего особенного не произошло, но, за исключением секты Ляньхунь, остальные две секты первого класса покинули территорию заброшенных земель и примкнули к империи Тянин, также сделали несколько сил второго класса. В общем, у нас осталось меньше 80 сект на нашей территории, ответил мужчина. Такова человеческая природа, искать прибыли и избегать опасностей. Похоже, они получили какие-то новости. Как относятся ко мне секты, которые остались на моей территории? Спросил Нинцы. Они хорошо относятся к вам. Многие отправили поздравления, в том числе мастер Ляньхунь, улыбнулся Цзую. Когда он говорил об этом, грусть на его лице исчезла. За последние несколько лет сюда приходили многие бессмертные монархи,
но каждый относился к нему с уважением. Лин Цзую понимал, что все это было из-за Нинцы, без него он бы таких почестей не получил. «Ладно, займись сбором всех лидеров сект нашей территории, а мне нужно разобраться со своими делами», — сказал юноша. «Есть». Цзую поклонился, но из-за внутреннего волнения ушел не сразу. «А что насчет клана Тяньюй? Если это не патриарх их клана, то зачем нам их бояться?» Лин Цзую широко улыбнулся, понимая смысл слов юноши. С этими мыслями мужчина радостно отправился выполнять задачу, возложенную на него. «Мисс, раз уж вы здесь, почему бы не показаться предо мной?» Внезапно Нин Цзю посмотрел в небо и обратился туда. Через несколько вдохов пространство в небе исказилось, и там показалась человеческая фигура. Глава 3170. Гостеприимный хозяин Джига посмотрела в глаза Нин Цзю с намеком на неуверенность и подозрение. Она была мастером средней стадии сферы пути, к тому же очень талантливой и одной из лучших среди валькирий. Однако ее техника маскировки оказалась пустышкой перед неизвестным ей юношей. Он точно был просто бессмертным императором средней стадии. Подумав об этом, девушка посмотрела на практику Нинцы. Великая завершенность бессмертного императора, он же был на средней стадии. Он что, скрывал свою практику? Но когда же я это не раскрыла? Такое возможно при условии, что он был сильнее ее минимум на стадию. Жуткое предположение, возникшее в глубине души девушки, очень сильно ее напугало. Нин Цзю не подразумевала мыслях девушки, просто как только он покинул тренировочное поле, почувствовал отчетливый озноб. Ужасающее присутствие чего-то или кого-то он прочувствовал всем своим телом. Когда же перед ним появилась эта особа, он понял, что его шестое чувство стало в несколько раз острее. Теперь даже в дуновении ветра он мог определить все составляющие его элементы. Таким образом он мог легко ощутить враждебность или другие импульсы эмоций. Нин Цзю очень заинтересовался этой новой особенностью своего тела, и ему стало любопытно, какие еще необычные способности он получит, продолжая повышать его силу. «Я думал, вы ушли к себе домой, но внезапно пришли сюда. В чем дело?» – спросил юноша. «Хм, я действительно вернулась в клан, но мудрецы послали меня обратно», — ответила Джига. «Мудрецы?» Нин Цзю задумался. Поскольку Джига обращалась к ним по титулу, вероятно, их статус в клане Золотого Ворона был высоким. «Возможно, это мастера сферы пути поздней стадии. У нашей расы монстров в общей сложности 4 мудреца, в клане Золотого Ворона 2, еще 2 находятся в клане Небесного Лиса и клане Большой Черепахи. Все четверо являются культиваторами поздней стадии сферы пути». Увидев озадаченный вид юноши, Джига решила объяснить. «О, раз так, то почему мудрец прислал вас сюда?» Нин Цзю получил небольшое представление о силе расы монстров. Хотя число мастеров начальной и средней стадии сферы пути ему было неизвестно, но экспертов поздней стадии был 4, плюс глава расы, находящийся в стадии великой завершенности. Неудивительно, что эта раса была одной из 3 святых. Видимо, драконы и трехглазые примерно на том же уровне силы. Я рассказала им новость о появлении святой, и они вместе с главой попросили меня пригласить вас к нам, а также. Джига стала мешкать. Я буду какое-то время служить святой. Как валькирия, она служила напрямую 4 мудрецам и главе расы, но смысл службы был не таким, как если сравнивать работу слуги. На самом деле, большинство валькирий, как и она, тренировались, но теперь 5 самых сильных представителей ее клана требуют, чтобы она следовала за святой. В таком случае она действительно могла считаться служанкой. Но ладно бы, если ей пришлось служить огненной Целинь, вот только это не так. Целинь имела контракт с человеком. Служить святой все равно, что служить Нинцы. Служить святой? Юноша странно посмотрел на Джига. Лицо девушки покраснело, в ее глазах появился оттенок гнева. Она подумала, что юноша начнет издеваться над ней. «Мисс, не поймите меня неправильно. Мне и моей подруге не нужны служанки, да и вашим уровнем развития, как вы можете быть нашей слугой?» С искренностью в голосе сказал Нин Цзю. «Кроме этого, если раньше до всего произошедшего в империи Шэнь, он бы, определенно, поехал к расе монстров, но теперь, когда Целинь показалась на виду у всех, ему не следовало опускать бдительность. А вдруг под маской уважительности скрывается желание убить?» Несмотря на то, что клан Целинь имел высокий статус, из-за невысокой силы его огненной Целинь они могли втихомолку убить ее и поглотить кровь для своей выгоды. Следовательно, Нин Цзю не хотел оставлять Джига рядом с собой. Девушка стала выглядеть менее напряженной после его слов. «Моя обязанность как валькирии храма боевого божества – охранять расу монстров. Я не могу
могу отказаться от этого, не говоря уже о решении, принятом главой и четырьмя мудрецами. Вижу, что вы достаточно мудрый человек, так почему бы вам не проследовать за мной в святую землю расы монстров? Боюсь, что разочарую вас, у меня есть дела. Я отправлюсь в вашу святую землю, но не сейчас, ответил юноша. Джига сразу же спросила, а что случилось? Могу я чем-то помочь? Ну, например, повысить рейтинг человеческой расы до 20-го, внезапно предложил Нинци. Джига нахмурилась. Боюсь, что даже главе расы тяжело будет выполнить эту просьбу. Сила вашей человеческой расы. Да это просто шутка, не воспринимайте всерьез. Кстати, а как долго вы меня ждали? Юноша спокойно сменил тему разговора. Он видел, что темпераментом она была прямолинейной. Несколько лет, ответила Джига. Серьезно? Я как хозяин не проявил гостеприимства. Поскольку вы находитесь здесь, почему бы вам не зайти ко мне? Предложил Нинци, жестом указывая на свою резиденцию. Ну, ладно, девушка согласилась и, следуя за Нинци, вошла в небольшой двор. Юноша выпустил Ван Мутин и остальных, чтобы они могли пообщаться с Джига. Цзи Цзачжэнь, увидев валькирию, оказалась в замешательстве. Она относительно знала о статусе валькирии и немедля пошла готовить угощение гостя. Всем доброго дня, вечера, изменяю номер главы начала 3 тома на 3255. Пересмотрел я еще раз те главы и решил, что так будет лучше. Глава 3171. Решительность расы Тянь Юй. После банкета Ван Мутин, Ся Юй и Цзулинь потащили Джига в другой двор, где они жили. Джига со своим уровнем практики могла не потакать прихотям девушек, но когда узнала, что Ван Мутин мать Нинци, ее отношение в корне изменилось, ведь девушка очень щепетильно относилась к происхождению юноши. Ее главной задачей оставалось пригласить его в святую землю своей расы, и поэтому она не могла вести себя грубо. Спустя несколько дней Джига осознала, что каждый раз, когда она упоминает о поездке к расе монстров, все меняли тему. Она была удивлена и поняла, что, вероятно, выполнить свою задачу сможет еще не скоро. Прошло примерно 7 дней. Линь Цзую вернулся с успешно выполненным поручением Нинци. Через 3 дня в клане Цзяншин начали собираться мастера сект заброшенных земель. Юноша через Линь Цзую пригласил их всех для важного разговора. В течение этого времени люди расы Тянь Юй появлялись в пределах территории Нинци, но ничего не делали. Спустя пару дней прибыл Лянь Хунь, а потом Ван Ча и Ин Гугун. В главном зале Ван Ча уверенно сказал: «Брат Нин, раса Тянь Юй уже начала действовать, но их патриарх, видимо, еще тренируется и не скоро покинет медитацию. Смерть Лун Шиду сподвигла мастеров сферы пути средней стадии их расы тайно готовиться к атаке. Мои люди обнаружили их разведчиков даже здесь, на твоей земле». Ин Гугун кивнул. «Да, я тоже слышал об этом, поэтому мы пришли предупредить тебя». Лянь Хунь был в недоумении, он не ожидал, что духовный зверь Нин Ци будет настолько сильным, но еще больше он не ожидал, что сам юноша окажется столь решительным и безжалостным в своих действиях. Да можно даже сказать, что он был безрассуден тем, что разжег вражду с расой Тянь Юй. Но, если по его душу придет мастер сферы пути средней стадии, тогда что мы здесь делаем? Подумал Лянь Шуй и посмотрел в сторону Ван Ча и Ин Гугуна. Неужели они не боятся, не нужно ли им покинуть это место и укрыться? Что касается того, что произошло в столице Шэньбэ, то старик еще ничего не знал, поэтому был так растерян. Ван Ча заметил его замешательство и решил вкратце рассказать о произошедшем не так давно. Лянь Хунь, выслушав мужчину, отбросил все недоумения и посмотрел на Нинци с нескрываемым ужасом. Он убил мастера начальной стадии сферы пути расы Тянь Юй. Брат Ван, брат Ин, если их патриарх практикуется, то с остальными будет легко справиться. Вам не стоит так сильно переживать, можете расслабиться, улыбнулся Нинци. Сейчас у него в доме находилась Джига. Как может какой-то там мастер из расы Тянь Юй справиться с ней? Да и у него все еще оставалась огненная Целинь. Она могла справиться с 3 мастерами подобного уровня. Он даже надеялся, что к ним придут, тогда он заработает еще очков достижений. Так как он совершил прорыв в сферу императора, то еще не ходил в башню достижений. Возможно, там появилось что-то стоящее, на что можно потратить очки. Хорошо, Ван Ча и Ин Гугун расслабились, увидев, что Нинци совсем не волнуется. Они не считали юношу дураком, и раз он не волновался, значит контролировал ситуацию. Лянь Хунь тупо наблюдал за тем, как трое встали и ушли. Только чуть позже он пришел в себя, и на его лице отразилось выражение нерешительности. «Эй, почему ты еще там? Догоняй, заодно расскажу тебе кое о чем». Голос Ин Гугуна прозвучал в ушах старика. Лянь Хунь пересилил себя и собрал волю в кулак. Он хотел убежать подальше от опасностей, но раз все так были уверены в Нинци,
то может и ему стоит хоть раз в жизни проверить свою удачу. Мастер секты Сюйюэ прибыл. Мастер секты Байшоу прибыл. Великий старейшина секты Лудзянь уже здесь. Мастер. Снаружи главного зала глашатай храма Цзую постоянно объявлял имена прибывших мастеров сект заброшенных земель. Приезжие в тревожном настроении входили в большой зал и усаживались на свободные места, ожидая появления повелителя пустыни. Вскоре в зале собралось примерно около 80 мастеров, не считая Ляньхуна, Ван Ча, Ингугуна и Нинци. Если перенести подобную силу в бессмертный мир, то ее будет достаточно, чтобы расправиться с семьей небесного закона. Нинци сидел на главном месте, а остальные расселись по бокам зала. Многие посмотрели на Ляньхуна, в конце концов, он был единственным в сфере долголетия на всей территории заброшенных земель. Хотя раньше такого не было, Ляньхунь, Шэнь Юньхао, старейшина Ин, эти трое тоже здесь. Повелитель пустыни заслуживает своей репутации и слухи, ходившие о нем, кажется, правдивы. Вот только что он от нас хочет, надеюсь, он не собирается обложить нас налогами. Все были в растерянности и тихо перешептывались. Я пригласил вас ко мне, чтобы кое-что объявить. Нинци посмотрел на всех людей и медленно заговорил. Но не дали ему договорить, как у входа в зал раздался голос. Скажешь это потом. Народ в зале тут же посмотрел в сторону входа, где показалась большая группа людей. Глава 3172. С двух сторон. Нинци был прерван, но на самом деле был к этому давно готов. Ван Ча и Ингугун посмотрели друг на друга, но оставались расслабленными. Ляньхунь единственный из них четверых, кто был напуган. Хотя он находился в сфере долголетия, между ним и начальной стадией сферы пути огромная пропасть, не говоря уже о средней стадии. В проходе стояли четыре мастера расы Тяньюй, каждый в разы сильнее, чем Шэньбэ, а позади них стояла дюжина фигур на начальной стадии сферы пути. Такая устрашающая сила могла не то, что империю Шэньбэ превратить в мертвое поле, а истребить всю человеческую расу. Такова была сила 17-й расы в рейтинге сотни рас. Вошедшие люди расы Тяньюй уставились на Нинци с сильным намерением убить. Из-за их присутствия всем людям в зале было тяжело дышать. Народ сидел на своих местах в ужасе и не знал, что происходит. Некоторое время назад люди расы Тяньюй пришли на нашу территорию. Я думал, они сокровища ищут. Но этого я не ожидал. Вся эта группа намного сильнее, чем Ляньхунь. Возможно, они все в сфере пути. Мастера крупных сект перешептывались, задаваясь вопросом о том, почему сюда пришли люди клана Тяньюй. Вы, повелитель пустыни империи Шэньдэ? Среди четверых практиков средней стадии пути один выглядел очень свирепым. Две пары нефритовых рогов на его голове походили на лезвия, направленные вперед. Когда он смотрел на Нинци, то и его рога были нацелены на юношу. Выглядело это так, будто мужчина держал в руках два меча, собираясь пронзить ими своего врага. Да, Нинци кивнул. А вы зачем сюда пришли? Ты дурачком притворяешься? Твой духовный зверь убил людей моей расы. Думаю, это очевидно. Зачем мы сюда пришли, разве нет? Сказал другой человек из четверки мастеров. Что? Повелитель пустыни убил людей Тяньюй? Почему? Мастера сект заброшенных земель с недоверием посмотрели на Нинци, а затем на прибывшую группу, но уже не с недоумением, а со страхом. Ляньхунь уже все знал, но даже он был бледен и про себя отчаянно молился, чтобы юноша смог с этим разобраться. Я знал, что ваша раса не успокоится. Не так давно в районе моих земель появились ваши люди. Думаю, это вы их послали, сказал Нинци. Да, в общей сложности 5000 мастеров нашей расы. Они по нашему приказу омывают кровью ваши земли. Однако нам повезло, что вы в это время собрали всех глав сект у себя. Я благодарю вас за то, что избавили нас от беготни. Теперь мы сможем убить всех вас сразу и покончить с этим делом. Человек расы Тяньюй говорил спокойно, будто вел беседу о погоде, вот только для сидевших в зале людей его слова походили на настоящий кошмар. Весьма вероятно, что в настоящий момент множество людей расы Тяньюй уже разрушают их земли и убивают беззащитных людей. Так вот почему их в последнее время стало так много на наших землях. Они планируют устроить геноцид. Пробормотал про себя Лин Цзую с чувством сожаления. Если бы он узнал об их намерениях заранее, то смог бы подготовиться. Между прочим, в столицу империи Шэньдэ также направился мастер средней стадии сферы пути, сказал один из четверых мастеров, после чего улыбнулся, наблюдая за тем, как темнеют лица Ван Ча и Ингугуна. Плохо, они нападают и тут, и там. Ван Ча этого не предвидел. Он знал, что раса Тяньюй, вероятно, нападет на заброшенные земли,
но что они собираются напасть на столицу, было для него неожиданностью. Мужчина понимал, что один император против мастера средней стадии сферы пути ничего не сможет сделать, и если они не подоспеют на помощь, все до единого будут убиты. Ситуация разворачивалась слишком быстро, три святые расы не успеют на это среагировать. Черт, нужно было попросить брата не остаться в столице до окончательного решения проблемы с расой Тяньюй. Разница между огненным целением и пятью мастерами сферы пути средней стадии невелика, но вот в императорской столице разрыв в силе между двумя сторонами был колоссальным. Четверо средней стадии, плюс один в столице, а также дюжина начальной стадии. Все они пришли отомстить нам за одного практика начальной стадии сферы пути. Брат Ван, а сколько всего у расы Тяньюй мастеров средней стадии пути? Поинтересовался юноша. Всего 30, ответил мужчина, не сводя глаз с группы Тяньюй. Неплохо. Нинцы рассмеялся. Раз ты смеешься, значит наша догадка верна. Твой духовный зверь также на средней стадии сферы пути, верно? Нам вчетвером для победы понадобится время, но зато этого будет достаточно, чтобы наш собрат разрушил всю столицу империи Шэньдэ. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Юноша достал печь Тайшаня, откуда выпрыгнула огненная целинь, которая мгновенно начала высвобождать мощную волну пламени. Глава 3173. Пари, когда мастера сект увидели приближающуюся волну огня, они содрогнулись от ужаса, считая, что будут заживо сожжены, но этого не произошло. Палящее пламя не причиняло им никакого вреда, а вот люди клана Тяньюй поспешно покинули зал, глядя на Целинь настороженными взглядами. На лице Нинцы появилась уверенная улыбка. Ранее он спросил у Целинь, сможет ли та победить Джигэ, на что она ответила, это будет очень просто. Душа таинственного царства, не какой-то вам обычный зверь. Хотя многих духов могли счесть за расу монстров, на самом деле они рождались самой природой, их внутренняя сила была куда выше, чем у членов расы монстров. Сунюкун доказывал это как никто другой, ведь когда он постиг свой путь практика, даже мастера намного старше него не могли выдержать ни единого удара его палки. После того разговора Нинцы также обратился к Джигэ, каковы ее шансы победить мастеров расы Тяньюй. Ответ девушки был очень скромным, но судя по ее презрительному тону, она могла разобраться с парой мастеров средней стадии сферы пути. Из этого он мог примерно определить силу целиня. Почему аура этого духовного зверя такая сильная? Он средней стадии сферы пути. И что? Нас четверо, неужели нам не победить даже атакуя вместе? Лучше сначала подождать, когда Кунтун разберется в столице империи и присоединится к нам, а затем уже предпринимать что-то против зверя. Четверо мастеров обсуждали, как им быть, ведь аура Целинь была выше их вместе взятых. Любой практик ценит свою жизнь больше, чем что-либо другое. В конце концов, он столько потратил времени на свою практику, и терять достигнутое из-за глупости никто, разумеется, не хотел. Это. Находившиеся в зале мастера сект также обнаружили, что аура Целиня на самом деле была выше, чем у мастеров средней стадии пути расы Тяньюй, что вызвало в их сердцах шок. Ранее они думали, что духовный зверь Нинцы находится на начальной стадии, но очевидно, что это была средняя стадия. Понятно, в глазах Ляньхуня все прояснилось. Ранее он видел огненного целиня, но не сравнивал ее силу. Теперь же все встало на свои места. Вы разве не пришли убить меня и отомстить за Лун Шиду? Можете начинать, сказал Нинцы. Ты не хочешь начинать, а мы никуда не торопимся. Все равно империя Шэньдэ будет уничтожена, а ты со своим духовным зверем умрешь, сказал один из четверых старших мастеров. Видимо, я этого дня никогда не дождусь, потому что этого не будет. Нинцы покачал головой, и как только его голос стих, он увидел в небе шар пламени. Когда его же увидели мастера расы Тяньюй, все разом нахмурились. Клан Золотого Ворона? Четверо старших мастеров с подозрением относились к происходящему. Неужели клан Золотого Ворона узнал о происходящем и хочет вмешаться в их план? Вскоре ослепительный свет постепенно погас, и из него вышла фигура. Это была Джигэ, в руках у нее был практик расы Тяньюй, он был ранен, и от него исходила слабая аура. Плюх! Джигэ бросила его на землю, после чего почтительно поклонилась Целинь. Святая. Огненная Целинь кивнула в ответ. Затем Джигэ посмотрела на Нинцы. Ты правильно предположил, что раса Тяньюй решит устроить кровопролитие в империи Шэньдэ. Ван Ча, Ингогун, Ляньхунь и лидеры сект, все в этот момент уставились на Джигэ. Это одежда, аура, разве это не валькирия расы монстров? Почему она здесь? К тому же она, видимо, знакома с повелителем пустыни. А вы слышали,
как она назвала духовного зверя-повелителя пустыни. Что происходит? Теперь понятно, почему брат Нин так уверен в себе. На лице Ван Ча заиграла радостная улыбка. Раса Тяньюй отправила в столицу мастера средней стадии пути, но там его встретила Чжигэ, которую заранее послал юноша, чем помог избежать великой беды. Правильно предположил? Четверо старших мастеров Тяньюй посмотрели на своего товарища, развалившегося на земле, в сильном трепете. Почему валькирия расы монстров помогает человечеству? Почему она ранила их товарища? Мисс Чжигэ, раз уж я угадал, вы сдержите свою ставку в споре? Спросил с ехидной улыбкой Нинцы. Спор? У всех резко пробудилось чувство любопытства. О чем спорили повелитель пустыни и валькирия и на что? Во время сражения небесных мастеров святых рас существуют строгие правила, которые не позволяют проводить даже небольшие междоусобные войны, сказала Чжига и с сильным раздражением уставилась на четверых старших мастеров Тяньюй. Ваш предок разве не знает этого правила? Четверо не знали, что ответить. Конечно, все они знали правила, но изначально они планировали быстро уничтожить империю Шэньдэ, тогда бы никто их ни в чем не обвинял. Кто ж знал, что их поймают с поличным? Видимо, они попались на валькирию, которая следила за порядком среди сотен рас. Каждая такая была очень мощной в бою, они четверо, даже если выложатся на все 100, проиграют без шанса на победу. Валькирия, это все из-за него. Если бы он не убил члена нашей расы, мы бы и не. Я поспорила с ним. Если вы проигнорируете закон трех святых рас, то я должна буду помочь ему разобраться с вами. Для вас слишком поздно оправдываться. Чжига покачала головой и прервала собеседника. Глава 3174. Укрепить себя и стать сильнее. Что? Разобраться с нами? Группа Тяньюй пребывала в оцепенении. Пускай они нарушили одно неписанное соглашение трех святых рас, но они же, по сути, еще ничего не сделали. Валькирия, пускай вы и член клана Золотого Ворона, но разве это дает вам право убивать нас по своему желанию? Даже если мы совершили ошибку, но ведь вся империя Шэньдэ сейчас в целости и сохранности, верно? Мы обещаем вам уйти, а также забудем о разногласиях нашей расы с этим парнем до конца сражения небесных мастеров. Спор есть спор. Может, потому что три святые расы уже давно не проявляли свою волю, вы стали забывать порядки. Так что, думаю, это хорошая возможность напомнить всем вам свое место. Холодно проговорила Чжига. Изначально она думала, что забудет о споре, но наглость людей Тяньюй рассердила ее не на шутку. Для них кажется, что нарушить правила, установленные тремя святыми расами, это всего лишь небольшое дело. Все, хватит разговоров, одна половина твоя, а вторая моя, внезапно заявила огненная Целинь. Чжига сразу же ответила, да, святая. Мастера сферы пути расы Тяньюй были изумлены тем, что член клана Золотого Ворона так послушно и уважительно относился к духовному зверю Нинцы. В следующий момент огненная Целинь и Чжига обрушили на Тяньюй мощь атрибута огня. Вот только пламя Целинь было куда лучше. Когда она стукнула по воздуху своими передними копытами, из-под них возникло море огня. Пламя моментально охватило дюжину мастеров расы Тяньюй в сфере пути начальной стадии, безжалостно забирая их жизни. Сердце Чжига встрепенулось от этого проявления силы зверя. Для нее подобное сделать было невозможно. А значит, огненная Целинь действительно была намного лучше, чем она. Четыре старших мастера Тяньюй осознали, что битва не неизбежно, вот только сражаться они не собирались. Их главной задачей теперь был побег. Огненная Целинь бросилась в погоню, Чжига за ней. Нинцы на этот раз присмотрелся к девушке и заметил, что в момент, когда она превращалась в шар пламени, на самом деле она восстанавливала свой истинный облик трехпалой золотой вороны, просто из-за яркости ее пламени она больше походила на шар. Два ослепительных луча света преследовали мастеров расы Тяньюй. Каждый наблюдал за этим и время от времени слышал жалостливые вопли. Битва длилась недолго и спустя минут 10 Чжига и Целинь вернулись, целые и невредимые. Системное сообщение день. Поздравляю пользователя с получением. Система прозвучала 3 раза подряд. Он сразу же получил 300 миллионов очков достижений. Из этого следовало, что Целинь убила 3, а Чжига одного мастера сферы пути средней стадии. Валькирия, ты, как святая, должна нести мир в царство Шэньло, но не хаос. Пришедший в сознание мастер, которого ранее привела Чжига, поглощенный отчаянием, заревел на девушку. Он пытался надавить на праведность, чтобы она пощадила его жизнь. Ты достиг такой высокой сферы, но до сих пор не понял принципа. У кого больше кулак, тот и прав. Ты так говоришь о добродетели,
хотя сам пришел в столицу Шэньби пролить кровь человеческой расы», — сказал с насмешкой Нинци. Не дожидаясь реакции мастера Тяньюй, Цилинь проглотила его в один присест. Мастера сект заброшенных земель наблюдали за всем этим с разинутыми ртами. До сегодняшнего дня мастера сферы пути для них были равны богам, но этот день показал им, что даже такие великие практики могли пасть, будто они были смертными. 5 средней стадии, более дюжины начальной стадии. Сила расы Тяньюй сократилась вдвое, они точно выпадут из первой двадцатки, подытожил Ван Ча. Ингугун был вовсе не рад этому, наоборот, очень встревожен. Повелитель пустыни, теперь между нашей империей и расой Тяньюй непримиримая вражда. Этого наша империя не сможет выдержать. Люди, пребывающие в радостном расположении духа, резко пришли в себя от слов Ингугуна, будто на них вылили ведро ледяной воды. Вторгнется враг, найдутся генералы, чтобы отразить его один. Неужели вы предлагаете преклонить колени перед расой Тянью и ждать, пока она всех нас перережет? Громко спросил Нинци. Ингугун понимал мысль юноши, но теперь им действительно нужно что-то придумать, чтобы избежать войны. Патриарх клана Тяньюй еще не скоро покинет свою медитацию. Нам остается только стараться укрепить себя и нарастить силу. Джига слегка нахмурилась и хотела что-то сказать, но Цилинь своим взглядом остановила ее. Хотя три святых расы имели пару договоренностей, а также следили, чтобы в низшем царстве не творился хаос, все же контролировали и поддерживали доминантное положение именно они. Предложение Нинци шло вразрез с этим устоем. «Брат Нин, ты планируешь?» На лице Ван Ча отразилось глубочайшее потрясение. Он считал себя очень смелым, но Нинци в этом его переплюнул. «Да, почему это к нам все могут приходить и наводить свои порядки, а мы не можем сделать ответного жеста? Кто отправится со мной прогуляться по территории расы Тяньюй?» – спросил юноша. Округа резко стихла. Мастера сект переглянулись, но никто не вызвался участвовать в этом. Сражаться с 17-й расой в рейтинге сотни раз было самоубийством. «Брат Нин, я хочу пойти с тобой и сделаю все, что в моих силах». Сердце Ван Ча пылало боевым намерением, он не думая вызвался добровольцем. «Тогда и я пойду», — улыбнулся Ингугун. «Меня тоже посчитайте». Лянь Хунь окончательно решил, что будет идти за ними до конца. «Все равно, если патриарх Тяньюй выйдет, то никому не спастись, лучше уж пойти на бой и погибнуть, как настоящий воин». Один. Вторгнется враг, найдутся генералы. Оборот, означающий: из трудного положения выход всегда найдется. Глава 3175. Под угрозой смерти заставлять их выполнять приказы трое единственных присутствующих мастеров долголетия выразили готовность следовать за Нинци на земли Тяньюй. Лишь после них мастера сект начали понимать, что они были в той же лодке, вследствие чего взялись выражать свою готовность следовать за юношей. «Я не пойду», — сказал пиковый бессмертный монарх. «У меня серьезная болезнь, поэтому я не могу нормально сражаться. Лучше я вернусь и проверю порядок в своей секте». «Поскольку мастер секты Байшоу не желает идти, заставлять его я не буду», — Нинци бросил мимолетный взгляд на отказавшегося. Услышав ответ, мастер Байшоу про себя вздохнул. «Повелитель пустыни, я покидаю вас». С этими словами он поклонился Чжигэ, прежде чем покинуть это место. Однако, если о нашем плане узнают заранее, то раса Тяньюй сможет подготовиться, — внезапно сказал Нинци. Мастер секты Байшоу напрягся, повернулся и сказал: «Пожалуйста, не волнуйтесь, я буду молчать о том, что произошло сегодня. Я знаю, что хранить секреты могут только мертвые», — улыбнулся юноша. Что? Не дожидаясь реакции мастера Байшоу, Нинци превратился в демоническую обезьяну, увеличив физическую силу в 10 раз, затем применил 9 внутренних врат, еще раз увеличивая свою силу. В этот момент, когда юноша применил все, что у него было, сила его тела ужаснула присутствующих бессмертных монархов. Бум! Простой удар кулаком. После него мастер Байшоу превратился в ничто, просто мокрую лужу крови, даже душа была разорвана чистейшей физической силой удара. Он скрывал свою силу. Джига посмотрела на Нинци более серьезным взглядом. Она еще ранее считала, что он не простой бессмертный император. Даже среди трех святых рас не было небесного мастера сферы императора, который мог убить пикового монарха одним ударом. А раз никто больше не мог такое повторить, логично было предположить, что Нинци прятал свою практику. Повелитель пустыни чрезвычайно силен,
Но что у него за практика? Лянь Хунь посмотрел на огромную обезьяну, прочувствовал своим нутром ее угрожающую ауру. После смерти мастера Байшоу, все остальные с трепетом посмотрели на Нинцы, еще не решившие следовать за ним, стали выражать свои намерения. Повелитель пустыни, я хочу бы последовать за вами и сражаться. Повелитель. После нескольких минут, за исключением мертвеца, остальные решились следовать за Нинцы. Юноша был этому рад. Тогда нам следует сначала подготовиться и убить всех Тяньюй на заброшенных землях. С самого начала Нинцы не планировал никого отпускать, но ему нужен был козел отпущения, используя которого он пригрозит остальным. Он понимал, что это неверные ему люди храма бога войны. Следовательно, оставалось лишь под угрозой смерти заставлять их выполнять приказы. «Мисс Джигэ, как насчет вас? Глава просил меня следовать за святой, но если нет причин проявлять свою силу, я не буду ничего делать», — ответила неуверенно Джига. Услышав ответ, все почувствовали себя немного увереннее. С Валькирией они могли избежать больших проблем. «Не волнуйтесь, я не заставлю вас вмешиваться в это. В конце концов, это ненависть между мной и расой Тяньюй», — сказал Нинцы. «Пока она просто находится рядом с ними, этого достаточно». Несколько дней спустя заброшенные земли были очищены от расы Тяньюй, никому не удалось сбежать к себе, так как на них охотились практики всех сект. Изначально некоторые мастера сект были недовольны Нинцы, но когда они вернулись к себе и увидели кровопролитие расы Тяньюй, их сердца наполнились гневом. Некоторым даже не терпелось отправиться на святую землю расы Тяньюй и устроить там погром. Сфера влияния человеческой расы находится в самой южной части низшего царства Шэньло, а сфера влияния Тяньюй находилась на севере. Расстояние между ними было очень большим. Обычным практикам нельзя было использовать массивы, поэтому добираться до Тяньюй придется пройти через земли других рас и столкнуться с бесчисленными опасностями. Брат Нин, за горным хребтом галактики, сфера влияния Тяньюй, Ван Ча подошел к Нинцы и указал на внушительную гору впереди. Лянь Хунь, Ингугун, все стояли за Нинцы, а уже за ними десятки мастеров сект. «Со скоростью твоего корабля, сколько нам нужно будет времени, чтобы пересечь хребет?» — спросил Нинцы. «Более 10 дней, хребет достаточно обширен. Если двигаться с максимальной скоростью, то, думаю, за 8 дней управимся», — ответил Ван Ча. «Это будто естественная защитная зона. Никаких систем телепортаций, которые могли бы привести к Тяньюй. Чтобы атаковать, нужно пересечь это место, но их разведчики определенно патрулируют это место, они успеют предупредить своих», — Нинцы размышлял, как им быть. «Повелитель пустыни, когда мы пересечем гору галактики, первый род Тяньюй, с которым мы столкнемся, будет Хуан Чжун. Вы их еще помните?» — сказал Ингугун. Нинцы уже слышал, что именно у этого рода он украл сущность пламени, а затем началась вся эта вражда с расой Тяньюй. «Пойдемте, сначала наведаемся к Хуан Чжун», — рассмеялся юноша. Как только его голос раздался, все внезапно почувствовали холодный ветер, ударивший им в спины. Посмотрев назад, народ увидел огромный бессмертный корабль, прорывающийся сквозь облака. Если сравнивать корабль Ван Ча и с этим, то это было похоже на разницу между ребенком и взрослым. «Тут люди?» Фигура вылетела из корабля и бесцеремонно приземлилась на корабль, где находилась армия Нинцы. Глава 3176. Камень звездной души. Перед людьми появился светлокожий и красивый юноша с темно-синими зрачками и вздернутым носом. Он внешне ничем не отличался от человека, кроме заостренных ушей и более злобной ауры. Нинцы с первого взгляда понял, что это не человек, а член какой-то из рас, и его практика была примерно в сфере монарха. Юноша осмотрел всех, затем кивнул Лянь Хуну, Ван Ча и Ингугуну, потому что только они были в сфере долголетия. Что касается Нинцы, то его просто проигнорировали, считая обычным младшим. «Член расы эльфов крови?» В глазах Ван Ча мелькнул намек на презрение. Эльфы крови – одна из немногих рас среди сотни, которые внешне были наиболее близки к человеку, но в отличие от людей эльфы крови занимали 27 место в рейтинге. У них был даже мастер поздней стадии пути, вот только общая сила расы намного ниже, чем у той же расы Тяньюй. «Я, Карл Бартон, могу узнать, как зовут вас троих?» – спросил юноша. Он не был в сфере долголетия, поэтому относился к трем мастера с учтивостью. Ван Ча и другие посмотрели на Нинцы, на что юноша слегка покачал головой. Мужчина все понял и прямо сказал: «Мы тут просто мимо проходим, а вы направляетесь к Тяньюй принять участие в сражении небесных мастеров святых рас». Когда Карл Бартон увидел, что Ван Ча не хочет представляться, стал относиться к незнакомцам холоднее. «Вы правы, мы направляемся в род Хуан Чжун,
чтобы принять участие в соревновании. Я думал, вы также направляетесь туда, но глядя на то, что вы в сфере долголетия, предполагаю, вы уже старше 10 тысяч лет. Мастера сект заброшенных земель почувствовали в голосе Карла Бартона насмешку, что, конечно, никому не понравилось. Как он вообще смеет так себя вести? У них на корабле два мастера средней стадии пути. Что же до них, эльфов крови? У них точно нет лидера средней стадии пути, а значит, их команда, направляющаяся в рот Хуанчжун, не особо и ценилась среди эльфов крови. Карл Бартон, ты получил ответ на свой вопрос? Приятный голос раздался со стороны палубы корабля эльфов. Нинцы и остальные увидели там только черную тень, но не разобрали, кому она принадлежала. «Это просто проходящая мимо человеческая раса, а не участники соревнований», — ответил Карл. «Тогда возвращайся, время поджимает». «Хорошо». Карл Бартон кивнул, затем бросил презрительную улыбку на людей и полетел обратно к своему кораблю. Бум! Огромный бессмертный корабль разразился громким грохотом, а затем из него вырвалась волна энергии, отталкивающая корабль Нинцы в сторону. К тому моменту, когда пространство успокоилось, эльфов крови уже не было видно. «Эти эльфы ненормальные», — проворчал Лин Цзую. Многие были согласны со словами мужчины и также проклинали их, а затем продолжили движение к роду Хуанчжун. Вскоре Нинцы понял, почему этот горный хребет назвали галактикой. Наблюдая с неба на землю, земля не переставая мерцала белым светом, будто звезды во вселенной. «Брат Ван, что это за белые огни?» — из любопытства спросил Нинцы. «Это особый камень, но он бесполезен для практиков. Многие смертные приходят сюда, выкапывают их и продают как предмет интерьера», — ответил Ван Ча. Юноша направил свою божественную мысль к земле, осматривая камни, больше похожие на алмазы, и вдруг в его голове раздался голос системы. «Хозяин нашел камень звездной души». «Камень звездной души? Если это бесполезный камень, почему система так отреагировала?» Нинцы призадумался. «Система, а что это за камень такой?» «Системное сообщение. Информация по запросу стоит 10 тысяч кристаллов дракона». «Покупаю». Нинцы, не раздумывая, купил информацию, так как кристаллы ему тратить было больше ни на что, кроме как покупка времени тренировочного поля. «Системное сообщение. Камень звездной души, сформированная остаточная часть души умершей звезды, уникальный ресурс царства Шэньло, оказывает уникальное воздействие на практика четвертого царства», — ответила система. «Влияет на мастера четвертого царства?» Юноша стал более серьезным. Он никогда не видел мастера четвертого царства, только знал, что Цзян Тиньшу и божественный император Бэйсюань были в этой сфере. «Предметы, влияющие на этот уровень практики, должны быть ценными. Вот только они просто небрежно валяются на земле, а из слов Ван Ча стало ясно, что их в принципе считали бесполезными. Вероятно, потому что в низшем царстве Шэньло нет мастеров четвертого царства, поэтому эффект камней звездной души не был обнаружен». «Ну, раз так, то все эти камни мои», — улыбнулся Нинцы. После он попросил Ван Ча и других помочь собрать камни. Всем показалось это странно. Никто не понимал, зачем ему столько камней. Ван Ча решил из-за этого поинтересоваться, получив ответ, что Ван Мутин нравятся такие блестяшки. «Брат Нин хороший сын», — подумал про себя мужчина. А вот Лянь Хунь отнесся к этому с еще большим подозрением, но когда осмотрел камень, ничего не нашел. Для него он казался обычным светящимся булыжником. «Эй, погляди, что они делают. Они собирают эти камни. Я слышал, что человеческая раса не входит в рейтинг сотни раз. Похоже, заслуженно. Эй, вы зачем собираете столько камней?» Так как группа принялась собирать все камни, их скорость замедлилась. Время от времени над ними пролетали корабли различных рас. Народ из любопытства останавливался и какое-то время радостно наблюдал за действиями группы Нинцы. «Старший брат, они позорят нашу человеческую расу». Проходящий мимо человеческий корабль остановился над группой Нинцы. Люди на нем были раздражены действиями их сородичей. Возглавляющий человеческую расу мастер на пике сферы монарха наморщил лоб, так как ему не нравились насмешки людей других рас. В конце концов, он больше не мог сдерживаться и, направившись к Нинцы, закричал: «Что вы делаете?» В это время юноша уже собрал камней размером с небольшую походную сумку. Ему было все равно на вопившего в стороне незнакомца. Увидев это, молодой мастер человеческой расы гневно ударил по лежавшему на земле камню звездной души. Вот только его действия не на шутку разозлили Нинцы. Глава 3177. Линь Юйцин. Камень звездной души дает какой-то особый эффект для мастера четвертого царства. Нинцы не знал, сколько один небольшой камень стоит в высшем царстве,
но он определенно был ценным, так как он мог стерпеть то, что перед его глазами такой камень разрушили. Юноша резко высвободил 9 внутренних врат и, не превращаясь в демоническую обезьяну, ударил по наглецу. Бум! Кулак Нинцы с приглушенным звуком столкнулся с рукой юноши, ломая все ее кости. А из-за огромного импульса силы тела парня отлетела обратно на бессмертный корабль, с которого он прилетел. Старший брат, люди на корабле подбежали к своему товарищу, пострадавшему от удара Нинцы. Лишь убедившись, что его жизни ничего не угрожает, они почувствовали облегчение. Нинцы изначально не планировал убивать этого дурака, но если бы он превратился в демоническую обезьяну, то тем ударом мог забрать жизнь юноши. Собрав все камни в округе, юноша решил на этом закончить. Ван Ча и другие передали ему все, что собрали, и теперь в его пространственной сумке лежала целая гора таких камней. Этот человек немного странный. Его практика в сфере бессмертного императора Великой Завершенности, но он победил монарха Великой Завершенности одним ударом. Находящиеся неподалеку практики других рас с интересом посмотрели на Нинцы, будто хотели разобраться, как это он так ловко победил своего противника. В то же время, некоторые расы определили, к какой силе принадлежал напавший юноша. Это люди одной из 5 высших сект человеческой расы, секты Сюаньтай. Я слышал, что именно эта секта отправится к Раду Хуанчжун для участия в соревновании. Также слышал, что эльфы крови пришлют команду. Посмотрим, кто окажется сильнее, проговорил практик, похожий на жабу. Да ладно, твоя раса Юйлун занимает 29-е место, но сколько времени уже прошло с тех пор, как у вас появился достаточно хороший небесный мастер? Боюсь, ты забыл, что из себя представляют 3 святых расы. Ой, будто твоя раса Шаньцзу лучше. Если хочешь, то мы можем проверить разницу между нами хоть сейчас. Вы двое не разводите тут сыр-бор, разберетесь со своими проблемами на соревновании. Один из мастеров сферы долголетия решил успокоить разгорячившихся юношей. Старший брат, ты в порядке? Группа людей с обеспокоенным видом окружила юношу, который получил от Нинцы оплеуху. Спустя несколько мгновений Линь Юйцину удалось прийти в себя. Он медленно встал, а его рука очень быстро восстанавливалась. Юноша холодными глазами посмотрел на Нинцы, но с оттенком замешательства. Очевидно, что его противник был пиковым императором, но почему от его удара он почувствовал дыхание смерти? Что случилось? Эй, что такое? Почему остановились? Вдруг позади учеников секты Сюаньтай раздался величественный голос. Все обернулись и быстро поклонились человеку с титулом великого старейшины. Мастер, я хотел остановить этого парня, он унижает нашу расу, но я проиграл после одного удара. Линь Юйцин пристыженно опустил голову. Линь Лунху, старейшина секты Сюаньтай, посмотрел на Нинцы, а затем его глаза резко расширились, когда он увидел Ван Ча и других мастеров сферы долголетия. Почему эти трое здесь? Линь Лунху нахмурился, а затем сказал Линь Юйцину: один из этих троих тебя победил? И нет, юноша медленно указал пальцем на Нинцы. Это он. Он пиковый бессмертный император? Линь Лунху нахмурился. Линь Юйцин был одним из его прямых учеников и причем самым талантливым. На этом соревновании он возлагал большую надежду на него. Но теперь он говорил, что проиграл парню, который был на сферу ниже его. Брат Нин, камней здесь больше нет, но с тем количеством, что мы тебе дали, можно построить дом, сказал Ван Ча. Хе-хе, этого мало, я планирую построить целый город, так что мне придется еще много трудиться, улыбнулся Нинцы. Ладно, пойдемте дальше, тут много камней. Когда все вернулись на корабль и собрались продолжить путь, с неба на них упала незнакомая аура. Младший брат, подожди. В это время на палубах кораблей других рас появились практики начальной стадии сферы пути. Они все посмотрели на Линь Лунху. Наблюдать за междоусобицами человеческой расы было очень интересно. А это Линь Лунху? Ван Ча был удивлен появлению мужчины. Стоявший рядом с ним Линь Юйцин сердито смотрел на Нинцы, а его настрой поддерживали остальные ученики секты Сюаньтай. Подождите, Ван Ча, Ингогун, Ляньхунь, сказал Линь Лунху. Старший Линь, Ван Ча сухо рассмеялся. Взгляд мужчины направился на Нинцы. Ты победил моего некомпетентного ученика? Вы про него? Нинцы указал на Линь Юйцина. Да ты, лицо юноши потемнело, теперь на него смотрели все, кто находился рядом. Но, к сожалению, большая часть принадлежала другим расам, и он не смел их провоцировать. Им слегка кивнул Линь Лунху. Вроде бы, если я не ошибаюсь,
то ты не в сфере бессмертного монарха, ты просто император великой завершенности. Каким образом ты победил Юйцина? Можешь повторить, если это заинтересует меня, я приму тебя своим прямым учеником и возьму на соревнование в рот Хуанчжун, проговорил Линь Лунху. Он что, серьезно открыто пытается увести их человека? Ван Ча и остальные странно посмотрели на Линь Лунху, но про себя даже рассмеялись, так как мужчина выбрал не ту цель. Ты в своем уме? Нин Ци слегка нахмурился. Если больше вопросов нет, то мы пойдем, у нас много дел. А у этого парня кишка не тонка, он так решительно отказал старшему. Интересно, люди различных рас с интересом посмотрели на Нин Ци. Да как ты смеешь, Линь Юйцин и другие ученики секты Сюаньтай были разгневаны. Лицо Линь Лунху стало холодным. Кто дал тебе право так со мной говорить? Да будь предо мной сам Шэнь Бэ, то не посмел бы быть таким высокомерным. Глава 3178. Учитель духовного возвышения Нин Ци посмотрел на Линь Лунху, раздумывая позвать Цилинь проглотить его, но внезапно услышал вдалеке крик. Появился артефакт духовного возвышения. Бубум. Раздался звук, похожий на взрыв атомной бомбы. Несколько больших гор неподалеку сравняло с землей, а в центре взрыва появилась глубокая черная дыра. Линь Лунху изменился в лице, он больше не обращал внимания на Нин Ци, быстро вернулся к себе на корабль и полетел к яме. Другие расы также бросились в ту сторону. Артефакт духовного возвышения? Нин Ци удивился. Находясь в низшем царстве Шэнь Ло, он общался со многими мастерами сферы пути, а также убил многих из них, но ни у кого не было артефакта духовного возвышения. Однако сфера монарха позволяла свободно владеть артефактом до высшего класса. Чем тогда пользуются мастера сферы пути? Неужели они отказываются от своего статуса и также используют артефакты до высшего класса? Или вообще пренебрегают оружием? Брат Нин, если там действительно появился артефакт духовного возвышения, мы должны заполучить его. За исключением трех святых рас и первой десятки рас рейтинга, у остальных таких артефактов нет, поспешно сказал Ван Ча. Ингогун кивнул. Да, владея таким артефактом, твою силу можно будет приравнять к начальной стадии сферы пути. Вот только на хребте галактики довольно низкий уровень энергии, почему здесь появился артефакт? Лянь Хунь выглядел очень взволнованно, но, увидев толпу, бросившуюся к яме, его настрой резко погас. Он понимал, что с его практикой претендовать на артефакт невозможно. В это время из каюты вышла Джига и хмуро посмотрела вдаль. «Это не артефакт духовного возвышения», — внезапно сказала девушка. Все сразу уже посмотрели на нее. «Это просто артефакт до высшего класса», — Джига покачала головой и вернулась в каюту. Только увидев ее действия, люди начали успокаиваться. «Раз так сказала сама Валькирия, то значит так оно и было. Видимо, просто кто-то проходил мимо аномалии рождения артефакта и подумал, что это предмет врожденного духа. Но если подумать, то появление различных артефактов было частым делом. Иногда из-за глупцов ходят ложные слухи о появлении артефактов духовного возвышения. Нин Ци же решил обратиться к еще более надежному источнику. Сяхулу, ты чувствуешь ауру, схожую с твоей? Он не верил Джигэ, надежнее было спросить у настоящего артефакта духовного возвышения. Нет, если ты про появившийся артефакт неподалеку, то это артефакт, да, на горлянке появилось лицо. Сяхулу выглядел рассеянно, будто только проснулся. Значит, правда, кивнул юноша, а затем поинтересовался. Кстати, артефакты духовного возвышения тоже ведь как-то делятся по классам, верно? Конечно, и я сильнейший артефакт духовного возвышения, кивнул Сяхулу. Самый сильный? А как же они разделяются на сильных и слабых? Всего 9 рангов, с 1 по 8 включительно, слабые, а 9-й самый сильный. Сяхулу гордо сказал. В бессмертном мире мало кто мог бы сказать, что лучше меня. Но ты же сказал, что ты самый лучший. Нин Ци с подозрением посмотрел на Сяхулу. А, ну я спать. На лице горлянки появилась неловкая улыбка. Просто скажи мне, я не буду смеяться над тобой. Какой у тебя уровень? В бессмертном мире я непобедим. Даже если есть сильнее меня артефакты, с ними я не сражался и не знаю, какой силой они обладают. Тогда какой у тебя ранг? Даже лотосовый трон Жулая мне не противник. Ранг какой? Я же говорю, малявка. Какой ранг у тебя? 3-й. Рассерженно ответил Сяхулу и решил, что больше ничего не скажет настырному мальчишке. 3-й ранг, 9-й самый сильный. Так ты, получается, ниже среднего уровня. Он думал, что Сяхулу получше будет, хотя бы 7-й или 8-й ранг,
но по факту горлянка бессмертных была лишь низкоклассовым артефактом духовного возвышения. Кто сказал, что я ниже среднего? В пору моего рассвета я мог убить мастера сферы пути великой завершенности. Сяхулу посчитал критику юноши необоснованной, поэтому заговорил. Если артефакт будет четвертого ранга, то получается он сможет победить мастера четвертого царства? Глаза Нинцы загорелись. Да. Как долго тебе восстанавливаться и каким образом можно повысить твой ранг? Спросил юноша с выжидающим выражением лица. Если горлянка достигнет четвертого ранга, то он с ее помощью сможет сразиться с Цзян Тиньшу. Однако в самом ранге тоже должны быть различия. Если Цзян Тиньшу будет на пике четвертого царства, а у него только достигнувшая четвертого ранга горлянка, то ничего не получится. Скоро, просто дай мне поспать около 8 эпох, тогда я вернусь к своему пику. Что касается повышения до четвертого ранга, если сможешь добраться до высшего царства Шэньло и стать учителем духовного возвышения, то тогда у тебя будет шанс повысить мой ранг. Однако, думаю, у тебя не получится стать учителем. В царстве Шэньло таких наберется не больше дюжины, и каждый принадлежит могущественной силе. Учитель духовного возвышения? Божественный император Бэйсюань был учителем духовного возвышения? Ранее ты сказал, что именно он тебя вырастил, спросил Нинцы. Если бы он был учителем, то мог бы я иметь только третий ранг? Да я был бы, по крайней мере, пятого ранга, ответил тяжело вздыхающий Сяхулу. Нинцы счел это разумным, но он пока не имел представления о профессии учителя духовного возвышения, а из слов Сяхулу, стать им было очень тяжело даже в высшем царстве Шэньло. В конец концов, такой мастер мог улучшить качество артефакта. Даже божественный император Бэйсюань не был учителем, так что его шансы стать им были нулевыми. Придется лишь надеяться на скорейшее восстановление Сяхулу до его пика, так он, можно сказать, будет непобедим в бессмертном мире. Да даже здесь, в низшем царстве, самым сильным был только мастер сферы пути великой завершенности. А есть ли способ сократить время твоего восстановления? 8 эпох это, знаешь ли, немало, беспомощно сказал Нинцы. Будь ты учителем духовного возвышения, то смог бы сократить восстановление до нескольких сотен лет или даже десятилетий, сказал Сяхулу и решил позлорадствовать. Правда, ты не учитель. Глава 3179. На территории рода Хуанчжу. Ну, сейчас я им не являюсь, но не стоит утверждать, что в будущем ничего не изменится. Если я стану учителем духовного возвышения, то тебе придется называть меня своим мастером, рассмеялся Нинцы. Сяхулу поперхнулся словами юноши и закричал. Вот когда станешь, тогда и поговорим, а пока я иду спать. После чего горлянка бессмертных перестала издавать звуки. Нинцы покинул свой внутренний мир. В это время во внешнем мире прошло всего пара минут. Ван Ча и другие смотрели на юношу и спокойно ждали, когда он примет решение. Поскольку это не артефакт духовного возвышения, то пойдемте дальше. Нам еще предстоит собрать все камни по дороге, иначе их могут забрать другие, сказал юноша. У всех на лбу появились хмурые складки. Повелитель пустыни, вы собираетесь забрать отсюда все эти бесполезные камни? Спросил ошарашенный Ляньхунь. Почему бы и нет? Спросил Нинцы. Нет, как бы. Ляньхунь смущенно улыбнулся, но в глубине души хотел понять, зачем юноше эти чертовы камни. Они же просто бесполезные. Горный хребет галактики очень большой, у нас займет много времени собрать все камни с округи, сказал Ван Ча и сделал свое предложение. Почему бы нам не оставить тут немного людей, чтобы они продолжили собирать камни, а мы же поспешим к расе Тяньюй. Патриарх расы Тяньюй пока еще тренируется за закрытыми дверями, но кто знает, когда он выйдет. Им нужно спешить, пока у них было преимущество. Брат Ван прав, давайте так и поступим. В итоге юноша, за исключением Линь Цзую, оставил остальных мастеров сект на горе собирать ему камни. Люди не знали, радоваться им или плакать, но они были отчасти благодарны, что получили такую незамысловатую работенку, вместо того, чтобы идти в пекло. К этому времени из глубокой черной ямы вылетел пламенный меч, и Линь Лунху ловко схватил его. Линь Лунху, этот меч не твой, сказали мастера сферы пути начальной стадии, после чего разразилось сражение. Линь Лунху смог выиграть меч, но его аура значительно уменьшилась. Вскоре все поняли, что меч не был артефактом духовного возвышения,
а лишь высшим артефактом. Да, тьфу, это просто артефакт, да, высшего класса, тогда мне он не нужен, сказал один из мастеров сферы пути и вместе со своими учениками ушел. Каждый практик сферы пути хотел себе артефакт духовного возвышения. Не имея их, обычно они ничего не использовали. В конце концов от артефакта да прибавка к силе была незначительной. Эх, я думал, что это артефакт духовного возвышения. Какой дурак запудрил нам всем голову? Спросил мастер расы Юйлун. Бессмертный император с покрасневшим лицом спокойно развернулся и ушел. Он был тем, кто закричал об артефакте духовного возвышения, потому что его напугала внезапно нахлынувшая аура. Мастера различных рас, собравшиеся вокруг ямы, начали расходиться, больше не интересуясь мечом в руках Линь Лунху. Те же, кто желал заполучить артефакт до высшего класса, просто не могли себе этого позволить. Как они могли позариться на предмет в руках мастера сферы пути? Линь Лунху также был недоволен своим приобретением и разочарованно бросил меч Линь Юйцину. Вот тебе подарок. Спасибо, мастер. Юноша поспешно поблагодарил его, весь сияя радостью. Хотя у него уже были 3 артефакта до высшего класса, много артефактов не бывает. Но придя в себя после полученного артефакта, Линь Юйцин тут же вспомнил о Нинцы. Он быстро осмотрел округу, но юноши уже нигде не было видно. Мальчишка быстро бегает, вот только убежать далеко не получится, сказал Линь Лунху с мрачной улыбкой на лице. Спустя 8 дней группа Нинцы добралась до территории расы Тяньюй. Ван Ча уже бывал вроде Хуан Чжун, так что провел всех к роду самым кратчайшим путем. В это время территория рода Хуан Чжун выглядела оживленной. Как только они вошли в гигантский город, вдалеке увидели сражающихся в небе мастеров. Яркие всплески энергии от техник и грохот время от времени охватывал всю территорию города. Брат Нин, похоже, соревнования еще не закончились. Эй, а это же корабль Линь Лунху и расы эльфов в крови. Я не ожидал, что Линь Лунху сражается с родом Хуан Чжун. Ингогун посмотрел в сторону, где стоял ряд бессмертных кораблей, 2 из которых они уже видели. Повелитель пустыни, мы начнем сейчас или дождемся окончания соревнования? Спросил настороженный Лянь Хунь. Он боялся, что нинцы нарушат правила 3 святых рас. Джига следовала за ними. Услышав вопрос старика, она посмотрела на юношу неуверенным, колеблющимся взглядом. Огненной целине нинцы были едины, она не могла атаковать их напрямую. Ну, разумеется, дождемся окончания, юноша всех успокоил. Вскоре после этого они пришли на арену и сели на свободные места. Рядом с ними были другие люди, но ощутив 3 ауры сферы долголетия, отошли чуть подальше, про себя задаваясь вопросом, зачем человеческая раса прислала сюда такую группу. А они, Линь Юйцин, находившийся на высокой платформе, еще не участвовал в боях, но по случайности увидел знакомое ему лицо и тут же вспыхнул злобой. На данный момент над ареной было 5 бронзовых стульев, на одном из них был Линь Лунху. Также там была женщина с острыми ушами и красивым лицом, вероятно, из расы эльфов крови. Но самым любопытным был практик сферы долголетия, что сидел с расслабленным видом, наравне с мастерами сферы пути. Глава 3180. Оскорбил меня и убежал, брат Нин, это глава рода Хуан Чжун, практик сферы долголетия великой завершенности. Ван Ча указал на расслабленного члена расы Тяньюй, сидевшего на одном из бронзовых стульев. Он, видимо, думал, что может сидеть наравне с 4 мастерами сферы пути. Даже если между ними был определенный разрыв, он общался с ними неформально. Однако, Линь Лунху и другие не злились на это, наоборот, также по-дружески вели беседу. Ну, теперь понятно, почему они из-за смерти группы бессмертных королей потребовали с вам целую шахту Шиньло. Гордости им не занимать, подметил Нинцы. Джига обратилась к юноше. Разумеется, такова разница в силе и рейтинге рас. Ван Ча энергично закивал. Прожив столько лет в низшем царстве Шиньло, он очень сильно возненавидел рейтинг рас. Человеческая раса плелась в самом низу, не имея шанса занять даже 100-е место. Вот почему все продолжали презирать их и давить своим положением. Мисс Джига, как вы думаете, на каком уровне сейчас находится сила нашей расы? Поинтересовался Нинцы. Джига задумалась и спустя небольшой промежуток времени дала серьезный ответ. С силой святой, думаю, что вы можете уверенно занять 50-е место. Места дальше в рейтинге занимали сильные расы, у которых было очень много мастеров средней стадии сферы пути, поэтому Джига разместила человеческую расу исходя из этого соображения. 50-е? Ван Ча и остальные были шокированы ответом девушки. Всех их наполнило чувство радости. Хотя пока рейтинг еще не был обновлен,
Но они знали, что благодаря Нинци, места их человеческой расы больше не было в самом низу. Спустя полдня соревнования подошли к концу, Лин Юйцин также участвовал, но показал себя не очень хорошо и быстро проиграл. Из-за этого юноша выглядел очень уродливо и все чаще стал посматривать на Нинци. «Похоже, эльфы крови пройдут этот этап», — сказал Лянь Хунь, смотря за сражающейся изящной девушкой. Эльфийка и ее противник были на одном уровне, пик сферы монарха, но у девушки было явное преимущество. В прошлых боях она использовала лук и за пару выстрелов поражала противника, но в этом бою она им не стреляла, а использовала как оружие ближнего боя. «Мисс Джигэ, а каковы вообще правила сражения небесных мастеров? Когда закончится отбор, то расы отправит к вам самых сильных небесных мастеров сражаться с вашими младшими». Нинци был немного озадачен. «Все исчисляется от количества требуемых участников. Чем выше рейтинг расы, тем больше участников требуется для финала. Например, у клана Тяньюи 50 мест. Им нужно победить 50 раз, тогда они смогут участвовать в финале. Если же проиграют хотя бы один бой, то им придется ждать следующих соревнований», — сказала Джига. «Но в таком случае, чем выше рейтинг, тем тяжелее, разве нет?» Нинци был поражен. «Верно», — улыбнулась девушка. «Все это справедливо по отношению к уровню силы. Допустим, если ваша человеческая раса победит раз, то вы получите свое единственное место на финале». «Ха-ха, господа, спасибо за победу». Соревнования закончились, из бронзового стула встала женщина расы эльфов крови. Она с довольной улыбкой выразила благодарность четверым мастерам сферы пути. Глава рода Хуан Чжун выглядел огорченным, но продолжал вести себя спокойно. Остальные также никак не отреагировали, наоборот, были отчасти рады, так как часть их учеников прошли отбор. А вот Линь Лунху был весь мрачным, как черная пасмурная туча. Небесные мастера, которые были хорошо им натренированы, потерпели поражение. В сравнении с мастерами других рас, такими как эльфийка с луком, даже его прямые ученики, наподобие Линь Юйцина, выглядели невзрачно. «Линь Лунху, я слышал, что команды трех святых земель твоей расы были уничтожены, группы девяти империй тоже, похоже, остались только вы, пять высших сект. Но, видимо, и вам не судьба победить», — глава рода Хуан Чжун засмеялся. Хотя он потерпел поражение, но в расе Тяньюи множество родов, им нетрудно собрать 50 хороших небесных мастеров, уже сейчас их было более 30. «Хм, у меня еще есть дела, так что я с вами прощаюсь», — Линь Лунху холодно фыркнул и собрался уйти, но его быстро остановил Линь Юйцин. «Мастер, тут находится тот наглец, которого мы видели в горах галактики». «О», мужчина проследил взглядом туда, куда указывал его ученик. Там он увидел Нинци, встающего со своего места. Теперь, когда соревнование закончено, пора действовать. Ван Ча и другие слегка нервничали. «Мальчишка, ты раньше оскорбил меня и убежал. Я не ожидал, что ты придешь сюда», — крикнул Линь Лунху своим могучим голосом, прогремевшим почти на весь город рода Хуан Чжун. Глава 3181. «Сумасшедший», бесчисленные пары глаз проследили за взглядом Линь Лунху и нашли группу Нинци. Всем сразу стало любопытно, кто это и как он осмелился оскорбить мастера сферы пути. «Пускай человеческая раса слаба, но относиться с пренебрежением к мастерам пути не позволяли себе даже ученики трех святых рас. Если практик не был на том же уровне, то не мог поступать нахально по отношению к эксперту сферы пути, ведь имя сферы отстаивал каждый владеющий ей практик низшего царства Шэньло. Что, бессмертный император? Ну, там есть пара в сфере долголетия. Они тоже из людей. Что произошло? Почему они оскорбили Линь Лунху? Они могут и не выдержать его гнева. Человеческая раса всегда безжалостна к своим. Я узнаю одного из них, это же Ван Ча из империи Шэньде. Он, вроде как, первый небесный мастер в Шэньде. Внимание людей было приковано к Ван Ча, а о Нинце и Джига никто даже не подумал. Многие слышали об имени Ван Ча. Все же он был в сфере долголетия, а таких в каждой расе уже достаточно высоко уважали. Странно, а чего они сюда пришли? Глава рода Хуан Чжун слегка нахмурился. «Линь Лунху, подожди в сторонке, не мешай», — Нинце небрежно отмахнулся рукой, будто прогонял муху. Линь Юйцин вместе с остальными учениками секты Сюань Тай потерял дар речи. Остальные присутствующие посмотрели на Нинци в недоумении. Бессмертный император не только назвал старейшину по имени, но и сказал ему не мешать. Он храбрец. Да не храбрец он, а псих. Некоторые восхищались Нинци,
но некоторые с нетерпением ждали, как закончит свою жизнь юноша. «Ха-ха, хорошо, я могу подождать, но...» Линь Лунху гневно рассмеялся. «Хотелось бы узнать, для чего пришел сюда младший брат. Ранее раса Тянь Юй отправила множество мастеров убить меня, я хочу вернуть должок», — улыбнулся Нин Ци. Арена, на которой все находились, тут же стихла. Линь Лунху и другие мастера его сферы нахмурились. Первыми на слова юноши среагировали люди расы Тянь Юй, разом воспылав гневом, и уставились на Нин Ци так, как будто он уже был мертвецом. «Император хорошо сдержал информацию, они еще не знают, что произошло», — сказал Ван Ча приподнятым тоном. «Чего? Вы, муравьи, с чего бы расе Тянь Юй посылать к вам людей и пытаться убить?» — закричал Линь Лунху, а затем посмотрел на главу рода Хуан Чжун. «Этот мальчишка совсем с головой не дружит, не обращайте на него внимания». Лорд рода кивнул старейшине, а затем перевел взгляд на юношу. «С головой не дружит? Такое оправдание не сработает. Если вы не объясните мне, что к чему, то мне придется позвать своих старших». Мастер, он уже на горе галактики повел себя как шут, высмеивая нашу расу. «Теперь он снова несет вздор, лучше убить его», — предложил Линь Юй Цин. «Хоть кто-то у человеческой расы с головой», — народ расы Тянь Юй закивал в сторону Линь Юй Цина. «Следуй тому, что сказал твой ученик», — поддержал лорд рода Хуан Чжун. «Хорошо», — Линь Лунху кивнул, затем закричал на Ван Ча и других. «Отойдите в сторону, я разберусь с мальчишкой и очищу нашу расу от недостойных». «Линь Лунху, ради того, чтобы еще считаться нашим сородичем, советую тебе не вмешиваться в наше дело. Сегодня я, следуя за повелителем пустыни, собираюсь поставить на место расу Тянь Юй», — заявил Ван Ча. А Линь Лунху впал в смятение. Нин Ци был сумасшедшим, теперь еще и Ван Ча. Мужчина посмотрел на Ингугуна и Ляньхуна, но те выглядели предельно спокойными, что встревожило его не на шутку. «Человеческая раса осмелела, парни, убить их. Пришли к нам с таким намерением? Да я смотрю, вам просто жить надоело». Люди расы Тянь Юй уже еле сдерживали свою жажду крови. «Ван Ча, я всего лишь попросил одну из ваших шахт Шэнь Ло, а ты пошел на меня войной. Неужели ты забыла разницы в силе?» Глава рода Хуан Чжун с насмешкой посмотрел на Ван Ча. «Погибла группа бессмертных королей и императоров, а вы раскатали губу на целую шахту. Аппетит вашей расы Тянь Юй не знает границ», — съязвил Нин Ци. «Кто давал тебе право тут говорить? Кто ты?» — спросил глава Хуан Чжун. «От моих рук пало столько людей твоей расы, а ты совсем меня не знаешь», — разочарованно развел руками юноша. «Он убил наших людей?» Тянь Юй удивились. Даже ранее смотревшие на Нин Ци с восхищением, теперь стали злорадствовать. «Это ты? Ты убил людей моего рода и забрал сущность пламени? Ха-ха, вот тогда». Лорд рода Хуан Чжун не удержался и разразился протяжным смехом. В этот момент юноша вытащил печь Тайшаня и оттуда выпрыгнула Целинь, грациозно направляясь к лорду Хуан Чжун. Лорд резко прекратил смеяться, почувствовав ауру приближающегося к нему зверя. «Линь Лунху, что планируют твои люди? Ты хочешь пойти войной на расу Тянь Юй?» Он сразу уже посмотрел на мужчину, потрясенный в душе тем, что у простого бессмертного императора был духовный зверь сферы пути. Получается, что мальчишка только что говорил правду, а не нес несусветный бред. Сам Линь Лунху засомневался, но у него не было времени размышлять, он встал прямо перед огненной Целинь. «Если зверь убьет главу Хуан Чжун, человеческая раса столкнется с гневом расы Тянь Юй». Мастера сферы пути других рас со стороны наблюдали за ситуацией, но выглядели очень серьезными. «У него есть зверь сферы пути?» Линь Юй Цин, девушка расы эльфов крови и другие присутствующие мастера сферы императора и монарха почувствовали жгучую зависть. «А ну, прикажи своему зверю отступить!» — крикнул Линь Лунху. «Ты, человек, но пытаешься защитить члена расы Тянь Юй?» — воскликнул в ответ Нин Ци. Глава 3182. Столб пламени Линь Лунху вновь изменился в лице, когда услышал слова Нин Ци. Его лицо было уродливым и отчасти растерянным. «Уходи сейчас же, не нужно создавать проблем нашей расе». «Линь Лунху, похоже, твоя раса планирует войну с моей», — сказал глава Хуан Чжун с натянутой улыбкой. Так как перед ним стоял Линь Лунху, то он совсем не боялся огненного Целиня, веря, что его безопасности ничто не угрожает. «Да как это наша раса посмеет воевать с вами, я займусь этим». Линь Лунху не согласился со словами главы, а затем посмотрел на Нин Ци и закричал. «Ты не уходишь?» «Видимо, некоторые так долго стоят на коленях, что уже просто забыли, как с них встать», — воскликнул юноша, смотря на Ван Ча. «Слишком долго стояли на коленях», — мужчина задумчиво прошептал, а тело Ингугуна и Ляньхуна пробрала дрожь. Такова была нынешняя ситуация человеческой расы. Каждый раз при встрече с другой расой они должны склонить голову и отступить. Если так делать каждый раз,
то это могло войти в привычку. «Подождите, Ван Ча, Ингугун, не вовлекайте в это империю Шэньде», — закричал Линь Лунху, понимая смысл слов Нинцы. «Мы убили уже 5 мастеров средней и более дюжины начальной стадии сферы пути расы Тяньюй. Изначально они пришли в нашу империю устроить кровопролитие на территории заброшенных земель. Линь Лунху, для тебя бессмысленно защищать наших врагов. Мы пришли сюда не просто так и уйдем тоже не с пустыми руками», — громко сказал Ван Ча. «Что, неужели слова того мальчишки были правдой? Они реально убили мастеров средней стадии пути?» Глава эльфов крови и двое других практиков сферы пути увидели шок в глазах друг друга. Линь Лунху задумался, оценивая слова Ван Ча. Но глава рода Хуан Чжун не собирался молчать. «Чепуха, моя раса отправила к вам людей, зачем нам это делать против такой некомпетентной расы, вроде вас?» Многие человеческие мастера нахмурились, но без доказательств было сложно это опровергать. Так их группу возглавлял он. Карл Бартон стоял рядом с девушкой и смотрел на Нинцы с несколько ревнивым лицом. Девушку-эльфийку, одержавшую верх в последнем бою, звали Аннабелла. Она была одной из 4 лучших талантов своей расы, у нее были высокие шансы достичь сферы долголетия. Изначально ее целью было встряхнуть род Ханьшань, самый сильный род расы Тяньюй. К сожалению, чтобы избежать несчастных случаев, ей пришлось прийти в род Хуан Чжун, чтобы она могла безопасно пройти этап соревнований. «Это просто внешняя сила», — холодно сказала Аннабелла. Она считала, что не будь у Нинцы огненного целиня, то он был бы никем, у него не было даже права говорить с мастером сферы монарха, не говоря уже о Линь Лунху. Некомпетентной расы, возможно, через некоторое время эта недостойная раса отпечатается в сердцах каждого в расе Тяньюй, улыбнулся Нинцы и отдал приказ. «Целинь, начинай, ни один член расы Тяньюй, присутствующий здесь, не должен уйти. Только посмей». Линь Лунху разразился гневом на упрямство юноши, но прежде чем он успел что-то сделать, огненная целинь издала протяжный рев, который высвободился на пространство вокруг, заставляя всех прикрыть уши. Затем там, где стояла целинь, появился закручивающийся столб пламени, из которого начали выбегать миниатюрные огненные целини. Их целью были все присутствующие люди расы Тяньюй. В одно мгновение по крайней мере 10 000 миниатюрных зверей охватили небо. Каждый направлялся на свою жертву и сжигал ее дотла. Независимо от уровня практики, никто не мог воспротивиться такому удару. Мастера сферы пути расы эльфов в крови и двух других раз боялись сдвинуться с места, их бросило в холодный пот, пока они неподвижно сидели на бронзовых стульях. Они почувствовали присутствие смерти от этих миниатюрных огненных целиней. Очень быстро все люди расы Тяньюй, за исключением главы Хуан Чжун, были повержены. Множество маленьких пламенных зверей растворились в небе, будто их никогда и не существовало, а затем также быстро исчез столб пламени. Духовный зверь средней стадии сферы пути, Линь Лунху с трудом сглотнул, глядя на зверя недалеко от себя. Он боялся сделать хоть шаг, чтобы в следующий момент не оказаться под ударом и встретиться со смертью. Рода Хуан Чжун больше не существует, подумали про себя люди других рас, все с трепетом посматривали на Нинцы. Имея такого могущественного зверя, независимо от того, какая была у юноши сфера практики, его будут уважать и бояться. Этот зверь на средней стадии? Как это возможно? Карл Бартон был ошеломлен. Он внезапно вспомнил, как повел себя на корабле Нинцы ранее, и его бросило в дрожь. А если бы он был менее терпеливым? Его труп лежал бы сейчас на той горе. Он посмотрел на Аннабеллу и увидел в ее глазах заметную зависть. «Ну, ты продолжишь останавливать меня?» Нинцы появился рядом с Целинь, поднимая взгляд на Линь Лунху. Линь Юйцин и другие ученики секты Сюаньтай уже давно боялись раскрыть рот. Им было тяжело переварить увиденную картину, они были поражены мощью зверя и сами боялись оказаться на месте людей Тяньюй. «Нет, я не посмею». Линь Лунху в уважительном тоне отступил в сторону. Сердце мужчины было переполнено сложными чувствами. Человеческая раса, наконец, обрела силу средней стадии, но она появилась в империи Шэньде, и он, кажется, ощутимо оскорбил ее. Глава 3183. «Человечество больше не прогнется перед вами, Линь Лунху». Глава рода Хуан Чжун увидел, как мужчина отошел в сторону, что его сильно напугало. Он сердито посмотрел на Нинцы. «Остановись, не совершай еще больше ошибок». Глава думал, что Линь Лунху защитит его даже от целиня, да и другие 3 мастера сферы пути не будут стоять в стороне. Однако, когда он определил, что сила целиня сравнима с мастером средней стадии пути, его сердце ушло в пятки. Он наблюдал, как его люди умирали,
Но все, о чем он думал, это как спасти свою жизнь. Все, что ему оставалось сделать, это переубедить юношу. Если в голове мальчишки еще остался здравый смысл, то он должен понять, что влечет за собой война. Если у него получится отговорить его, то он сможет избежать смерти и затем со старейшинами обдумать план мести. Еще больше, мне кажется, больше уже некуда, улыбнулся Нинци. Даже если у тебя есть помощник средней стадии пути, в моем клане их около 30. Если убьешь меня, то развяжешь бесконечную вражду, вот только концом ее будет полное уничтожение человеческого рода, сказал глава Хуанчжун и взглянул на Линь Лунху, увидев, что тот слегка побледнел. Он сразу же почувствовал уверенность и продолжил: если уйдешь сейчас, то, возможно, еще можно будет решить эту проблему. Около 30. Ты что, забыл, что я сказал ранее? Повелитель пустыни убил 5 мастеров средней стадии пути и большую группу начальной стадии. Зачем ты пытаешься насильно это отрицать? Ван Чаа не сдержал в себе смех. Ему было действительно забавно наблюдать за глупцом главой рода Хуанчжун. Невозможно. Они тоже на средней стадии пути. Как этот зверь может убить 5? У вас нет доказательств, взревел глава, подсознательно переводя взгляд на Целиня. Доказать? Хорошо, на том свете с ними увидишься, они тебе все докажут, улыбнулся Нинци. Стой! Лорд Хуанчжун запаниковал. Он поднял руку, чтобы остановить атаку, но пламя Целиня обрушилось на него. Мужчина не успел издать даже писка, как превратился в белый пепел, разлетевшийся по ветру. Он его убил. Присутствующие посмотрели на Нинци и огненного Целиня в шоке и страхе, но и в какой-то степени с оттенком радости. Раса Тяньюй всегда оскорбляла людей, но сегодня они увидели их падение. Война не избежать. Линь Лунху выглядел уродливо, но только из-за силы огненной Целинь боялся снова заговорить с юношей. Невероятно. Линь Цзую громко охнул. Многие с завистью посмотрели на него, так как знали, что он был прямым подчиненным Нинци. Лянь Хун чувствовал некую свободу на сердце, после того, как глава рода Хуанчжун сгорел. Нинци окинул всех остальных взглядом и сказал: человечество больше не прогнется перед вами. После чего вместе с Целинем ушел, Ван Ча и другие поспешно погнались за ним. В одно мгновение из человеческой расы осталась только группа Линь Лунху. Мужчина наблюдал за тем, куда уходит Нинци, пребывая в смятении, а мастера других рас обдумывали слова юноши. Человечество больше не прогнется. Что ж, мы уходим, сказала лидер группы эльфов крови и поспешно направила своих людей к бессмертному кораблю. Ее примеру последовали и лидеры двух других рас. Вскоре в роду Хуанчжун остался только Линь Лунху. Мастер, он разжег вражду с расой Тяньюй. Нужно спешить к трем святым землям и сообщить о случившемся. Нужно придумать, как загладить этот проступок перед Тяньюй. Только тогда мы избежим катастрофы, сказал Линь Юйцин. Хлоп. Линь Юйцин схватился за щеку, в недоумении смотря на Линь Лунху. Мастер, ты до сих пор не понял, что происходит. Почему я раньше не заметил, что ты такой тупой? Раз между нами уже кровавая вражда, как ты собираешься извиняться? Если мы поступим, как ты говоришь, то наша секта Сюаньтай будет уничтожена первой. Холодно сказал Линь Лунху. В глазах многих учеников появился след злорадства. Линь Юйцин опустил голову с потемневшим лицом. Я понял. Возвращаемся в секту, объявил мужчина. Он боялся, что их раса столкнется с местью Тяньюй, но также отчасти надеялся, что Нинци сможет разобраться с их врагом. Через полмесяца со стороны расы Тяньюй разнеслось известие о полном уничтожении рода Пушуй. Глава рода, мастер средней стадии пути, погиб в бою от рук человеческой расы. Эта новость была похожа на ядерную бомбу, потрясая все расы низшего царства Шэньло. Что касается человеческой расы, Линь Лунху и другие 4 мастера секты обсуждали затруднительное положение, но, услышав новость, оказались в смятении. Я однажды видел лорда Пушуй. Его аура была очень сильной. Он одной рукой мог убить нас 5. Я не ожидал, что его убьет повелитель пустыни. Линь Лунху, ты среди нас 5 единственный видел повелителя. Неужели его духовный зверь такой сильный? Мастер секты Ханья, Лю Чжэншин, посмотрел на мужчину в смятении. Здравый смысл говорил ему, что большинство сражений мастеров средней стадии пути заканчивались тем, что оба получали раны и расходились. Случаев, когда кто-то умирал, не было,
если только изначально не нападали из засады. Очень сильный, но насколько, определить я не могу, покачал головой Линь Лунху. Ему было неловко думать, что он хотел принять Нин Ци своим учеником. Донесение. В зал ворвался взволнованный бессмертный монарх. Повелитель рода Ци Ду из расы Тянь Юй был убит повелителем пустыни. Тот старый монстр, пытавшийся найти просветление, был тоже убит. Пятеро в шоке переглянулись. Глава 3184. Так вот зачем вы пришли с территории расы Тянь Юй? Постоянно приходили новости о смертях, многие из человеческой расы стали посылать в империю Шэньбэ своих людей, чтобы узнать подробности. Вначале люди не знали, почему Нин Ци напал на Тянь Юй. Однако, когда услышали об их кровопролитном плане, все встало на свои места. Если бы Нин Ци не остановил эту катастрофу, то, возможно, вся империя Шэньбэ была бы сейчас уничтожена. Причина действий юноши была ясна, все были согласны с тем, что нужно платить. Око за око, зуб за зуб. Повелитель пустыни непобедим. Он осмелился ворваться на территорию Тянь Юй и убил стольких мастеров сферы пути. В самом деле, если бы не повелитель пустыни, то как бы мы с тобой сейчас сидели здесь, пили чай и болтали. Раса Тянь Юй давно бесчинствует, даже посмела потребовать от нас шахту Шэнь Ло, но теперь им придется отплатить гораздо больше. Но разве это не вызовет еще большую жажду мести у расы Тянь Юй? Насколько я знаю, их глава на поздней стадии сферы пути. Если он появится, то как нам противостоять ему? Некоторые люди радовались, другие пессимистично относились к ситуации. Они думали, что Нин Ци слишком импульсивен. Сражаться с расой Тянь Юй – это все равно, что прикрепить себе на живот бомбу с таймером. Брат, а чем ты? Ты думаешь, что Тянь Юй перестали бы бесчинствовать? Пускай действия повелителя пустыни кажутся импульсивными, но так он, пользуясь возможностью, убивает сильных мастеров Тянь Юй. Нашей расе будет куда безопаснее без них, чем с ними. Мимо чайного дома проходила группа людей, услышавшая разговор небольшой компании культиваторов. Три человека посмотрели друг на друга, завидев в глазах каждого блеск серьезности. Глава расы Тянь Юй тренируется, пытаясь совершить прорыв на пик сферы пути. Он точно не выйдет в ближайшее время. Я не знаю, какое происхождение того человека, но он принесет беду нашей расе. Если мы будем ждать, пока глава Тянь Юй выйдет, нужно что-то предпринять. Говорящим был старик в монашеском одеянии, с седыми волосами. На его лице был небольшой румянец и след беспокойства. Брат Лин Ся, сделанного не воротишь, так что давай разузнаем подробности от Шэньбэ, сказал стоявший рядом лысый монах. Он был одет в позолоченную мантию, привлекая к себе внимание проходящих мимо людей. Брат Учен, как ты можешь оставаться таким спокойным, я восхищаюсь тобой, улыбнулся третий в их группе, мужчина средних лет в одежде ученого. Сэнь Ло, ты так думаешь? Учен улыбнулся. Сэнь Ло развел руками. Пойдемте, Шэньбэ уже ждет нас. Это троица, хозяева трех святых земель человеческого рода. Святая земля Линься, Учен и Сэнь Ло. Все трое были мастерами начальной стадии пути и ранее являлись сильнейшими среди человечества. Вот только теперь в империи Шэньбэ появился повелитель пустыни, сила которого превзошла их три святых земли. Вскоре, трое пришли ко дворцу, где встретились с ожидающим их Шэньбэ. Братья Линься, Учен, Сэнь Ло, давно вас не видел, Шэньбэ поприветствовал троих. Трое обменялись с мужчиной приветствиями, после чего Линься сказал: Шэньбэ, ты слышал новости с территории расы Тянь Юй? Слышал, улыбнулся мужчина. Сэнь Ло тяжелым голосом сказал: откуда взялся повелитель пустыни? Почему мне кажется, что он появился резко и будто из ниоткуда? Происхождение повелителя пустыни очень загадочно, и я на самом деле мало что о нем знаю, Шэньбэ покачал головой. Брат Шэнь, мы пришли сюда именно из-за него, сказал Учен и продолжил. Повелитель пустыни сражается с Тянь Юй, от его рук погибло уже 4 мастера средней стадии пути. Что ты думаешь по этому поводу? Есть ли у повелителя какие-то козыри на тот случай, если появится глава расы Тянь Юй? Сможет ли он спасти нашу расу от разрушения? Старший Учен, у вас так много вопросов, на какой из них я должен ответить в первую очередь? Улыбнулся Шэньбэ и добавил: действия повелителя пустыни разумны. Ни он, ни я не хотим просто ждать сложа руки, когда Тянь Юй снова попытаются уничтожить мою империю. Империя Шэньбэ – это одно, а человеческая раса – другое. Сэнь Ло посмотрел на Шэньбэ тяжелым взглядом. Если это безрассудное поведение приведет
приведет к уничтожению человеческого рода, что тогда? Сэньло, ты имеешь в виду, что моя империя Шэньби должна была просто сложа руки ждать своей смерти, во благо остальных? Мужчина посмотрел на собеседника. В прошлом он сильно завидовал Сэньло, так как был слабее его и мог продержаться в сражении с ним не больше сотни ударов. Но теперь у него была поддержка, с которой Сэньло не посмеет его тронуть. Наши три святых земли были осторожны и никогда не развязывали войны против других рас, но твоя империя навлекла на всех беду. Нам нужно понять, к чему готовиться. Так вот зачем вы пришли, улыбнулся Шэньбэ. Не пойми нас неправильно, но это так, сказал Линься. Шэньбэ с искренним выражением объяснил его позицию. Мы все люди и нынешняя ситуация связана с нашей возможностью возвыситься. Но рассказать о возможностях повелителя пустыни я не могу, чтобы не произошла утечка информации. Хорошо, Сэньло изначально понимал, что они не получат всех ответов. Могу лишь сказать, что зверь повелителя пустыни имеет необычное происхождение. Валькирия называет ее святой, так что главе расы Тяньюй придется вести себя сдержаннее, проговорил Шэньбэ. Глава 3185. Род Ханьшань, что? Линся, ученый Сэньло, у каждого на лице отразился шок. Валькирия из храма боевого божества могла представлять всю расу монстров и являлась высшим авторитетом. Выбирали на роль валькирий только из клана Золотого Ворона. С их статусом из других родов могли посоревноваться двое мудрецов в клане Небесного Лиса и Большой Черепахи. В остальных же родах были стражи боевого божества, что были на одну ступень ниже по статусу валькирий. Так что можно сказать, валькирии занимали высокий уровень среди расы. Вот только почему такая важная персона называла духовного зверя повелителя пустыни святой? Насколько же тогда высоко происхождение этого повелителя? Брат Шэньбэ, повелитель пустыни пришел из высшего царства? Спросил Линся, пытаясь успокоить свое взволнованное сердце. Учен посмотрел на Шэньбэ выжидающими глазами, сложив руки вместе, только Сэньло оставался недовольным полученной информацией. Я сам этого не знаю. Почему бы вам не подождать его возвращения и не спросить лично? Рассмеялся Шэньбэ. Твоя правда, что там мы поспешили. Линся рассмеялся, хлопнув в ладоши. Поговорив некоторое время, Шэньбэ пригласил их остаться во дворце на некоторое время. Они согласились остаться, и спустя время в империю прибыл Линь Лунху и другие мастера высших сект. Теперь можно сказать, что все самые сильные мастера человеческой расы находились в империи Шэньбэ. И только в трех святых землях осталось по одному мастеру начальной стадии сферы пути. Действия Нинцы против расы Тяньюй были слишком серьезными, из-за него человечество рисковало потерять все, что имело. Каждый представитель высшей силы желал знать новости о происходящем из первых рук. В то же время, если что-то случится, они вместе смогут противостоять этому. Раса Тяньюй. Род Ханьшань. Это был сильнейший род расы Тяньюй. Главой рода был великий мудрец Тяньюй, который помимо главенства над своим родом возглавлял также всю расу. Брат Нин, впереди род Ханьшань. Мы правда пойдем туда? Почти все мастера средней стадии пути Тяньюй были убиты, осталось только трое вроде Ханьшань. Ван Ча посмотрел на процветающий гигантский город вдали и спросил у юноши со следом нерешительности. Он считал, что Нинцы уже и так хорошо избил Тяньюй. Сила их расы теперь держалась исключительно на великом мудреце, но, вероятно, даже с ним они покинут 17-е место в рейтинге сотни раз. Лянь Хуни и Ингогун протяжно вздохнули. Они не ожидали, что однажды смогут довести Тяньюй до такого. Вспоминая все разрушенные ими рода, оба посмотрели на Нинцы. Для них он стал своего рода неумолимым и решительным повелителем. Раз решили сражаться, то нужно доводить дело до победного. Когда великий мудрец Тяньюй выйдет из своей медитации, шансов больше не будет, сказал юноша. Повелитель пустыни прав, взволнованно кивнул Линь Цзую. Ван Ча улыбнулся. В таком случае я пойду, никогда еще здесь не был, хотелось бы посмотреть, как выглядит род Ханьшань. Я тоже, кивнул Ингогун. Джига все время молчала, она наблюдала за тем, как юноша уничтожал расу Тяньюй, и внутри чувствовала себя неуютно. Когда все закончится, то только трое святых предков смогут остановить гнев великого мудреца Тяньюй. Но реализовать это возможно только при условии, что все выступят против расы Тяньюй. Если же кто-то из трех предков захочет заступиться, то ситуация вызовет ссору между тремя святыми расами. Джига чувствовала в своем сердце некое сожаление, но менять что-то было уже поздно. Нинцы достал печь Тайшаня и Целинь ловко выпрыгнула из нее. Затем все последовали за юношей к гигантскому городу, последнему оплоту расы Тяньюй. К этому времени многие расы получили новости о происходящем,
так как род Ханьшань мог не подготовиться. Следовательно, как только появились люди, со стороны города Ханьшань раздался единый громкий рев. Человеческие подонки тут, шу-шу-шу. Множество фигур взмыли в воздух, мастера расы Тяньюй выглядели серьезными, а их культивация варьировалась от начальной стадии сферы долголетия до великой завершенности. Их была целая сотня. Сразу за ними появились более дюжины мастеров начальной стадии сферы пути. Один из них взглянул на огненную Цилинь, сравнивая ее с полученными новостями, и сразу же сказал: «Это правда, черт возьми, они воспользовались тем, что наш предок пытается совершить прорыв, открыть формацию Великой Горы, остановим их». Раздался вопли над армией Тяньюй, и появились трое мастеров средней стадии пути. «Предки, мы сможем остановить их. Давайте отомстим за братьев и сестер. Да, с вами, тремя предками, мы ни за что не проиграем. У нас более дюжины мастеров начальной стадии пути, а там всего лишь один средней стадии. Мы должны поставить на место муравьев, чтобы они больше не смели задирать свой нос». Не только мастера сферы долголетия, но и сферы пути желали раздавить группу Нинцы. «Когда это у вас появилось право распоряжаться, что нужно делать?» Один из троих холодно гаркнул на подчиненных, и те быстро закрыли рты. Патриарх пытается прорваться на стадию великой завершенности. Если он добьется успеха, наша раса получит статус святой. Нам нельзя допустить, чтобы ему кто-то помешал, сказал другой предок средней стадии пути. Но молчать, создавайте формацию, те, кто нарушат приказ, будут казнены, проревел последний из троих. Все выглядели огорченно, но приказ не смели нарушать. Народ быстро выстроился по нужным местам, и из их тел вырвался золотой огонь, собираясь в центре, где стояли трое предков. От троих предков в небо выстрелил золотой луч энергии и начал медленно создавать что-то наподобие золотого купола, накрывающего весь гигантский город. К этому времени группа Нинцы подошла к городу. Огненный Цилинь посмотрела на формацию Великой Горы и сказала юноше: «Ее нелегко разрушить». Глава 3186. Лун Хайту, эту формацию сложно разрушить. Слова Цилинь удивили Нинцы, так как он верил ей, что разрушить формацию быстро не получится. Джига почувствовала облегчение и сказала Нинцы: «Святая права, формация Великой Горы передавалась в роду Ханьшань многие поколения. Так как основой создания являются трое мастеров средней стадии пути и большая группа мастеров сфер ниже, думаю, даже если я вместе со святой обрушу свою силу на формацию, сломать ее мы сможем только дней через 10». Нинцы нахмурился. 10 дней слишком много. Он планировал разгромить врага быстро и уйти. Если это займет больше времени, то есть вероятность наткнуться на великого мудреца Тяньюй. В это время сотни фигур в городе рассерженно смотрели на группу Нинцы. «Человеческие отродья, вы безумствовали на нашей территории, но когда мудрец выйдет, вам всем придет конец», сказал один из мастеров средней стадии пути. Хотя двое других молчали, они заметили кое-что, чего не было в полученных ими новостях. «Это женщина. Она валькирия храма боевого божества расы монстров. Кажется, я видел ее. Подождите, ее зовут Джига. Она правда одна из валькирий». Двое мастеров посмотрели друг на друга с большим удивлением. Валькирия стояла рядом с убийцей их расы. Неужели раса монстров поддерживала атаку человечества на них? При мысли об этом тела двоих бросило в дрожь, так как если их предположение верно, конец войны для них был очевиден. Если здесь появится один из мудрецов храма боевого божества, то меньше чем за полдня он сломает формацию. Тогда уже ничто их не спасет, даже великий мудрец Тяньюй. Двое поспешно рассказали об этом их товарищу, который еще не заметил девушку. «Уважаемая, вы валькирия Джига?» дрожащим голосом спросил лидер троих предков у Джига. «Валькирия Джига из расы Золотого Ворона?» Люди расы Тяньюй пристально уставились на девушку. В какой-то момент показалось, что даже на формации появилась рябь, но она быстро исчезла. У всех мастеров, создавших формацию Великой Горы, по спинам пробежал ледяной холодок. «Вы меня знаете?» – спросила Джига. Она не хотела раскрывать свою личность. «Вы на самом деле валькирия?» Выражения лиц троих стали очень опечаленными и возмущенными. «Осмелюсь спросить вас, почему раса монстров решила напасть на нас?» – спросил один из трех предков. Джига равнодушно сказала: «Во время соревнований вы намеренно нарушили правила трех святых рас. Вы не знаете об этом?» «Нарушили правила?» Все трое были шокированы и явно пребывали в замешательстве. Видимо, они ничего не знали об этом,
но также не смели сомневаться в словах Джигэ, ведь врать ей было незачем. Нинцы все это время следил за людьми Тянью, и когда речь зашла о нарушении правил, на лице одного из трех мастеров средней стадии пути появился страх. Этого члена расы Тянью звали Лун Хайту. Когда Джигэ говорила о произошедшем на территории империи Шэньдэ, в его глазах появился страх. Видимо, он был как-то связан с Лун Шиду, ведь фамилия у них была одинаковая. Возможно, он стал причиной всего этого. «Валькирия, вы можете нам рассказать, что случилось, когда это мы нарушили правила?» — спросил Лун Хайту. «Похоже, вы не следите за своими людьми», — фыркнула Джига и объяснила. «Недавно на империю Шэньдэ напала группа из 5 мастеров средней стадии пути и более дюжины начальной стадии. Они планировали устроить кровопролитие, однако им не повезло, и все они теперь мертвы. Повелитель пустыни пришел к вам, чтобы отплатить той же монетой». Все мертвы, люди Тяньюй были ошеломлены, их лица побледнели, а сердца обливались гневом. Они недавно получили новости о смерти главы рода Циду, Пушу и других мастеров средней стадии пути. И это не считая мастеров начальной стадии пути. Если сосчитать все потери их расы, то они более чем вероятно ослабили силы их расы. «Валькирия, моя раса Тяньюй занимает 17-е место в рейтинге сотни рас, но человеческие муравьи не могут попасть в этот рейтинг. Даже если мы нарушили правила, наши люди потерпели поражение. Почему же тогда люди пришли к нам и устроили резню? Это несправедливо, и вообще, знают ли об этом раса драконов и трехглазых?» – спросил Лун Хайту. «По твоей логике, нарушать правила можно только вам, а другим в ответ бить нельзя? В реальном мире не бывает подобного, ведь так, мисс Джига?» Нинцы громко рассмеялся, переводя взгляд на Джига. Девушка медленно кивнула. Лун Хайту и другие были разъярены словами юноши. Они не знали, почему Джига помогает человечеству. За этим могло стоять множество предположений, что осложняло их возможность изменить ситуацию. Единственной очевидной задачей было удержать формацию Великой Горы. Если Великий Мудрец завершит прорыв, то тогда у них получится восстановиться и решить проблему. «Валькирия, и ты, человек, унизили нашу расу. Когда Великий Мудрец выйдет, мы непременно решим этот вопрос», — усмехнулся Лун Хайту. Джига была поражена, ее взгляд стал менее дружелюбным. Из слов Лун Хайту могло показаться, что их патриарх обязательно завершит прорыв. Это ее взволновало, так как до сих пор ни одна из рас не смогла заполучить себе мастера великой завершенности сферы пути. Глава 3187. «Дворец небожителя, я не пойму, ты конфликт хочешь уладить, но при этом огрызаешься? Почему мне кажется, что именно ты собирался устроить кровопролитие в империи Шэньдэ? Возможно, тебе стыдно, что из-за твоих действий погибло столько людей расы Тяньюй?» — спросил Нинцы у Лун Хайту. Все люди расы Тяньюй, находившиеся рядом, одновременно посмотрели на Лун Хайту с небольшим подозрением. «Все это глупости. Как я, Лун Хайту, могу пренебречь правилами трех святых рас?» — сказал мужчина, ударив кулаком по груди. Двое стоявших рядом предков слегка кивнули. Они знали характер брата, к тому же Великий Мудрец наказал во время его отсутствия не создавать проблем. Лун Хайту не стал бы перечить приказу. «Черт, эти человечишки каким-то образом надурили Валькирию. Ну ничего, когда Великий Мудрец совершит прорыв и возвысит нашу расу в ряды святых, я непременно сокрушу человечество и отправлюсь к расе монстров за справедливостью», — уромко заявил Лун Хайту. Его слова поддержали остальные люди расы Тяньюй. Многие смотрели на Джигэ, не выражая ни капли страха, а лишь бесконечную ненависть. Они уже не боялись расы монстров. Мрачность на лице Джига сгущалась все сильнее и сильнее. Она решила, что пора с этим заканчивать, и обратилась к Нинцы. «Формацию быстро не разрушить, так что лучше нам уйти». «Ладно, думаю, нашей мести достаточно. Теперь к нам в ближайшее время точно никто не посмеет сунуться», — кивнул Нинцы. Лянь Хунь обрадовался, ведь они, наконец, смогут вернуться домой. Вот только когда он подумал о том, сколько всего сделал, следуя за юношей, его сразу же наполнило приятное чувство. Оно было похоже на то, когда он был молод и ничего не боялся. «Раз сражаться вы не хотите, я пощажу ваши маленькие жизни, но советую больше не попадаться мне на глаза, второго такого шанса не будет». Нинцы крикнул на Лун Хайту и с широкой улыбкой обратился уже ко всей расе Тяньюй. «Запомните, я повелитель пустыни, тот, кто сокрушил вашу расу». После этих слов он развернулся и повел всех прочь от города. Лун Хайту и другие молчали, пока они не исчезли, а затем кто-то сказал: «Повелитель пустыни». «Какой к черту повелитель? Даю здесь и сейчас клятву крови, что обезглавлю его в будущем и отомщу за наших людей». «Не волнуйся, этот день не за горами». Лун Хайту с ухмылкой на лице смотрел в сторону,
куда ушла группа Нинцы. На обратном пути Нинцы внезапно обратился к Джиге. «Мисс Джи, почему ранее вы стали такой мрачной? Вас что-то тревожит?» Девушка помолчала немного, прежде чем ответить. «Повелитель пустыни, разве ты не заметил, что люди расы Тяньюй уж больно уверенно говорили о том, что их патриарх достигнет прорыва?» Лянь Хунь, Ван Ча и Инго Гун были слегка поражены, а затем задумались. «Человечеству будет трудно справиться с великим мудрецом Тяньюй с его нынешним уровнем культивации, а если он совершит прорыв, то их уже навряд ли что-то спасет. Ну, они же его люди, верят в своего лидера, чему тут удивляться?» Нинцы показался вопрос девушки странным. Джига объяснила. «Знаешь ли ты, почему с древних времен, кроме наших трех рас, больше ни у кого нет мастеров сферы пути великой завершенности? Есть какой-то секрет?» Нинцы сощурил глаза. «Да», кивнула Джига. «Между поздней стадией и великой завершенностью огромный разрыв. Это даже не просто какое-то узкое место в практике. В царстве Шэньло все мы называем это дворцом небожителей». «Дворец небожителей?» Нинцы удивился. «А почему такое название?» «Достигнув поздней стадии сферы пути, в твоем внутреннем мире появится врата. Если сможешь открыть их, то тогда перейдешь на стадию великой завершенности и увидишь внутри дворец небожителей, который является ключом к переходу в четвертое царство. Разрыв между поздней стадией и великой завершенностью сравним с разрывом между смертным и поздней стадией сферы пути. Даже сильнейшим небесным мастерам сложно преодолеть этот барьер, каждый топчется на этом уровне по-своему, пытаясь открыть врата к своему дворцу небожителей». Слова Джига заставили юношу сильно призадуматься о вратах во внутреннем мире. «Мисс Джи, а только на поздней стадии сферы пути появляются эти самые врата? За ними находится дворец небожителей?» – спокойно спросил Нинцы. «Да», – кивнула Джига. «В царстве Шэньло есть пилюля под названием пилюля дворца небожителей. Она помогает мастерам поздней стадии сферы пути приоткрыть ворота и совершить прорыв». «Получается, у трех святых рас она есть?» – заинтересованно спросил юноша. «Да, каждый раз, когда мастер великой завершенности моей расы умирает или возвышается, кто-то из высшего царства Шэньло приходит с ней и выбирает нового главу. Вот почему мне показалось странным поведение людей Тяньюй. К тому же, Лун Хайту говорил о том, что придет за справедливостью в мою расу. Так говорить себе не позволяют даже расы в первой десятке рейтинга». Нинцы стал выглядеть более серьезно. «В таком случае, возможно, великий мудрец Тяньюй получил ту самую пилюлю дворца небожителей?» Джига вздрогнула и с изумлением посмотрела на юношу. «Я должна отправить сообщение своему клану». «Мисс Джи, а что находится в том дворце небожителей?» – внезапно спросил Нинцы. «Я не знаю, все же еще не достигла поздней стадии и даже врат никогда не видела, но согласно легендам, как только увидишь дворец, сможешь получить из него пилюли, техники и различные сокровища, там также есть уровни». «Ты об этом не слышал?» Джига с подозрением посмотрела на юношу, так как об этой легенде слышал каждый в царстве Шэньло. «Мисс Джига, вам следует поспешить и отправить сообщение своему клану», — поспешно сказал юноша. Девушка опомнилась и немедленно улетела в сторону святой земли расы монстров. Она понимала, что сейчас ее главной задачей было доложить о своих подозрениях старшим. Глава 3188. Клуб 5 миллиардов. Как только Джига ушла, Нинцы приказал Ван Ча отправляться обратно на гору галактики и позвать его, когда они прибудут. После чего юноша сел в позу лотоса и вошел в свой внутренний мир. Там божественное восприятие юноши подошло к воротам ледяной тюрьмы. В этот момент из них исходил устойчивый поток энергии, втекающий в его тело в сторону 8 бессмертных меридиан. За ними есть дворец небожителей. В сердце Нинцы возник вопрос. Если бы не то, что сказала Джига, то он бы все еще гадал, что за ними может находиться. Слова Джига зажгли в нем пылкий интерес, а также недоумение. Он не достиг поздней стадии сферы пути, но у него уже были врата. Если он их откроет, то не достигнет ли махом великой завершенности сферы пути? Хотя нет, такое невозможно, сначала ему нужно пересечь еще несколько сфер. Ворота тюрьмы также несколько отличались от того, что сказала Джига. По ее словам, ворота либо закрыты, либо открыты, но его врата имели небольшой зазор, из которого выходила энергия. Однако, смотря сквозь зазор на пространство внутри, он ничего не видел, кроме темноты. «Если бы у меня сейчас была та пилюля дворца небожителей, мог бы попробовать открыть врата. Если она эффективна для ворот тюрьмы, то может быть я совершу прорыв», — подумал Нинцы. «Жалко, что пилюли были очень драгоценными и, очевидно,
Получить их можно было только в высшем царстве Шэньло. «На что смотришь?» Внезапно позади Нинцы раздался голос. Юноша повернулся и увидел позади себя горлянку бессмертных. На ней было небольшое лицо Сяохулу, глаза которого с любопытством разглядывали юношу и ворота тюрьмы. «Сяохулу, ты артефакт духовного возвышения третьего ранга. Что ты думаешь о происхождении этих ворот? Пожалуйста, не упоминай о третьем ранге. В бессмертном мире не было никогда сокровищ, похожих на артефакты духовного возвышения. Это артефакт царства Шэньло. В бессмертном мире я силен». «Хорошо, я понял, что насчет ворот. Я не знаю, ты развиваешь технику святой силы четырех духов. Теперь эти ворота охраняют четыре святых духа. Думаю, за ними должно быть спрятано много сокровищ. Также считаю, что не будь их, то они защищали бы меня», — хмыкнул Сяохулу. «Защищали тебя? Посмотри на лазурного дракона, белого тигра, красную птицу и черную черепаху. Хотя они не имеют своей воли, но подсознательно защищают важные вещи внутри тебя. Вот только, что странно, выбрали они именно эти врата, а не, допустим, статую бога, сформированную от техники обряда закалки бессмертного тела. Следовательно, если исходить из этого, то по важности после ворот иду я, а уже затем ты», — ответил Сяохулу с гордостью в голосе. «Хорошо, вижу, ты не выспался, бред какой-то несешь, давай быстрее восстанавливай свою силу», — Нинцы махнул рукой. На слова юноши Сяохулу фыркнул и ушел. Юноша посмотрел на ворота ледяной тюрьмы с серьезным выражением лица. «Если слова Сяохулу правда, то важность этих врат стоит на первом месте. За ними потенциально находится дворец небожителей, а может и что-то большее». Божественное восприятие Нинцы вошло в магазин дракона и направилось к башне достижений. Он не был здесь долгое время. Раньше причиной являлось отсутствие очков достижений, которые он тратил исключительно на технику четырех духов. Теперь, после путешествия к расе Тяньюй, его состояние очков достигло 5 миллиардов. Вначале было тяжело собрать даже 10 миллионов, а теперь юноша слегка вздохнул, входя внутрь башни. Вот только когда он перешагнул через порог, окружающее пространство башни стало изменяться. Вскоре полки башни исчезли, а окружение превратилось в бескрайнее глубокое пространство вселенной. Под ногами Нинцы появилась каменная дорога. Она плыла по воздуху и источала красный свет. Нинцы улыбнулся и пошел вперед по дороге из гравия. Неважно, что здесь произошло, он все еще в магазине дракона, поэтому ничего не боялся. Примерно через 5 минут в конце дороги он увидел храм с вывеской «Клуб 5 миллиардов». Нинцы был ошеломлен, глядя на вывеску у входа. По ней он уже понял, где находился. Похоже, из-за того, что его очки достижения превысили 5 миллиардов, система решила открыть ему более дорогое место. Юноша уверенно вошел внутрь. Оказавшись в помещении, перед собой он увидел, как вокруг витали различные вещи. Они были окутаны золотым светом, и на них сияли золотые письмена их названий. Глаза Нинцы быстро привлек огненный шар. Это было пламя, окутанное золотым светом. В описании о нем говорится так: «Пламя мрака познаний, которое может сжечь все. Без особой техники лучше не покупать. Стоимость 5 миллиардов очков достижений». 5 миллиардов. Это пламя настолько дорогое, думаю, если отдам Целинь, то она снова станет сильнее. Нинцы был удивлен. Чем сильнее огненная Целинь, тем лучше для него, ведь они были связаны. Однако предупреждение его пугало, он не стал покупать его, а вместо этого решил осмотреть другие предметы. Тут было множество пилюль, техник, артефактов, духовных зверей. Также материалов для создания артефактов. Вот только каждый предмет здесь стоит 5 миллиардов. Посох погребального шествия, артефакт духовного возвышения первого ранга. Имеет особый бонус силы для призрачной расы. В руках члена этой расы оно сравнимо с артефактом второго ранга. Все здешние артефакты были первого ранга, но обходились в 5 миллиардов. Это, конечно, неплохо, но у него был Сяохулу. В следующий момент глаза юноши привлекло золотое облако с плавающей на нем пилюлей, название которой поразило юношу. Пилюля Дворца Небожителей. Глава 3189. Ошибка. Пилюля Дворца Небожителей. Пилюля класса пути высокого качества. Состоит из 9999 редких духовных материалов. Формировалась она в течение 500 лет в особом пламени пилюль. Поможет отворить внутренние врата и увидеть Дворец Небожителей. Пилюля Дворца Небожителей. Это именно та, о которой говорила Джига. Глаза Нинцы горели шоком. Пилюля класса пути. Видимо, это особый класс для третьего царства. Глаза юноши засияли. Немного поразмыслив, он оказался в замешательстве. Говорилось, что врата формируются на поздней стадии пути, но он не находился на этом уровне,
Однако врата у него были. Что будет, если он примет эту пилюлю? Сможет ли Махом открыть доступ к своему дворцу небожителей? Лучше купить либо пламя мрака познаний, либо эту пилюлю. Первое точно улучшит силу огненной целинь. Второе, по идее, поможет ему достичь более высокого уровня практики. Подумав об этом, Нинци снова посмотрел на свои характеристики, но список с миссиями был пуст. Система еще не выдала ее, и он не знал, было ли это из-за того, что он находился в царстве Шэньло. При таком раскладе вещей у него было три варианта развития событий, если он примет пилюлю. Первый. Он получит доступ ко дворцу небожителей. Второй. Из-за недостатка уровня практики он ничего не получит. Третий. Из-за системы эффект от пилюли будет нивелирован. Первый вариант имел наименьший процент вероятности, второй наибольший. Что касается третьего, то тут уже 50 на 50. Система должна была выдать миссию, но не сделала этого. Видимо, для появления задания нужно соблюсти какие-то условия. После долгих размышлений, Нинци решил попробовать. Неважно, насколько высока практика целинь, это не его собственная сила. Если он сможет махом стать практиком третьего царства, то это облегчит ему жизнь и сэкономит время. «Куплю пилюлю Дворца Небожителей», — сказал юноша. В следующий момент 5 миллиардов очков достижений были вычтены. Затем золотой свет, окутывающий пилюлю, медленно исчез. Нинци протянул руку и взял шарик себе в ладонь, а затем его фигура исчезла. Он был насильно выброшен из храма. Юноша попытался войти снова, но перед ним будто находилась невидимая стена. «Без 5 миллиардов очков ты меня не пустишь?» Нинци сердито посмотрел на храм, развернулся и ушел по той же дороге, по которой шел ранее. Когда он вышел из башни достижения и вошел вновь, то пространство башни стало таким же, как и раньше. «Я достиг новой сферы, для меня открыт 9-й этаж, нужно посмотреть», — решил юноша и направился по ступеням выше. Его не интересовали первые 8 этажей, но оказавшись на 9-м, он увидел всевозможные духовные материалы, давно потерянные в бессмертном мире. Юноша внимательно осматривал каждый из них. 9 драконьих камней бездны, золотой инь-янь, ветвь древней серебряной ивы. Тут же он нашел множество духовных материалов, необходимых для создания марионеток школы Мо, но были и такие предметы, происхождение которых он не мог распознать. «Годится, и этого будет достаточно», — Нинци радостно осматривал материалы. На 9-м уровне техники школы Мо было 5 вариантов марионеток сферы бессмертного монарха. Прямо сейчас он мог собрать ресурсы на 4 вида из 5, что же касается последнего, то для него не хватало несколько других ресурсов, однако 4 ему было за глаза. «На пилюлю я потратил 5 миллиардов, осталось еще более 200 миллионов. Интересно, сколько марионеток получится сделать?» – подумал Нинци, оставил пару миллионов очков на запас, а на все остальное купил духовных материалов. Вскоре в его пространственной сумке появилась целая гора редких материалов. Делать марионеток пока он не торопился, Нинци покинул внутренний мир и сразу же перешел на тренировочное поле. «Надеюсь, что ты меня не подведешь», — юноша обратился к пилюле с надеждой и бросил ее в рот. Таблетка стала таять во рту, но жидкость не попадала в живот. Вместо этого она превратилась в энергию и направилась в его внутренний мир. Юноша поспешно проследовал за ней. Спустя мгновение он своими глазами увидел, как энергия устремилась к воротам ледяной тюрьмы. Как только он это увидел, сразу же убедился, что эти ворота вели ко дворцу небожителей. «Ты сможешь их открыть?» Взгляд Нинци наполнился пылким ожиданием результата. Вскоре энергия пилюли окутала врата, и от нее отделился небольшой поток, который устремился в уже имеющуюся щель. Бум! Раздался громкий толчок. Нинци внезапно почувствовал головокружение. Его божественная мысль тут же рассеялась. Юноша был бледен и напуган, но поспешно снова направил свою мысль во внутренний мир, где увидел, что ворота тюрьмы оставались такими же, какими были, а энергия пилюли исчезла. «Что, это все?» Юноша ошеломленно огляделся. Он не обнаружил ничего, что бы напоминало ему о пилюле за 5 миллиардов очков достижений. Даже щель, что была в двери, оставалась такой же мизерной. «Что, черт возьми, это было?» Меня оглушило. Рядом с юношей появилась горлянка бессмертных, лицо на ней выглядело ошарашенным и любопытным. «Пилюля Дворца Небожителей, ты слышал о такой?» — спросил с неприглядным лицом Нинци. Он почувствовал злость, когда подумал о потерянных очках достижений, которые вообще ничего в итоге не дали. «Одна только щель помогает питать мое тело энергией, если бы она была открыта,
то я бы быстро достигал новых сфер. Жаль, пилюля дворца небожителей, откуда у тебя такая вещь? А, ты думаешь, что это дверь, ворота дворца? Ха-ха, ну ты даешь, ты просто бессмертный император, даже не достиг третьего царства. С чего бы у тебя были врата, которые формируются только на поздней стадии сферы пути? Сяхулу насмехался над юношей. Тогда как ты объяснишь то, что энергия пилюли пыталась открыть их только что? Спросил юноша. Сяхулу внезапно застыл, в его глазах мелькали разные эмоции, но вскоре он посерьезнел. Может, пилюля ошиблась? Глава 3190. Марионетки сферы монаха Хлоп. Нинци дал Сяхулу подзатыльник. Пилюля дворца небожителей ошиблась, не признала? Сяхулу обиженно проворчал. Да, так и есть. Почему ты это отрицаешь? Ты просто бессмертный император, откуда у тебя могли взяться врата ко дворцу? Их можно увидеть только на поздней стадии сферы пути. Все древние, достигшие поздней стадии, встречали эти врата и, лишь открывая их, достигали пика своей сферы. Ты достиг того, чего и они. Всегда будут исключения из правил, и я одно из них. Ах, забудь, тебе не понять, ступай спать. Нинци покачал головой. Сяхулу начал уходить, но продолжал про себя что-то бурчать. Увидев это, юноша решил дать ему пинделя, но тот закрыл рот и быстро убежал. Ворота ледяной тюрьмы 5 миллиардов очков – это провал, но я все равно открою тебя и посмотрю, что за дворец хранится внутри. Юноша пригрозил вратам, от которых не было никаких изменений. Он старался не думать о потерянных очках, в любом случае сможет заработать еще, а так хоть будет знать, что пилюля, видимо, ему пока без надобности. Не всегда идет так, как хочется, ну ничего, можно сделать пару марионеток сферы бессмертного монарха, сказал себе юноша, затем достал большое количество материалов, сел на удобное место и приступил к созданию. В технике школы Мо 9 уровень описывал 5 типов марионеток сферы монарха. Одну из них создать он не мог из-за недостатка материалов, но из 4 доступных ему стоило выбрать подходящую, так как они различались по силе. У каждой было свое направление. Первый тип назывался механический звездный дракон. Как и следовало из названия, марионетка выглядела как большой дракон длиной в 100 миль. На его теле было установлено множество пушек. Сила его была велика, но из-за размеров он был очень неповоротлив и не подходил для боев один на один. Победить его сможет почти любой мастер сферы монарха средних навыков. Когда придет армия демонов, их будет много. С механическим драконом можно наворотить дел, да и как средство передвижения использовать. Думаю, отдам его Юэрлинер, решил Нинци. Второй тип называется генерал Левиафан. Марионетка этого типа также была огромной, подходящей для масштабных сражений. У нее также была одна особенность. Пока целое ядро, она самостоятельно исцелялась. Подобное умение было достаточно практичным, ведь марионеток используют для сражений. Неплохо, можно дать его маме, с ним она будет в безопасности, кивнул юноша. Третий тип называется символ защиты. Название говорило само за себя, ее используют в качестве охранника. У нее есть специальная формация, которая скрывает владельца с глаз других. Даже мастера сферы долголетия не смогут обнаружить эту формацию. Такую бы можно было дать каждому старейшине храма бога войны, решил юноша. Четвертый тип называется кровоспин. Эта марионетка имела противоположный эффект символу защиты, но материалы для создания были аналогичны. Кровоспин специализировался исключительно на убийстве. Он обладал невидимостью символа защиты, но также использовал чрезвычайно мощный выпад, превосходивший мощь обычного монарха великой завершенности. Вот только у него был один недостаток – нехватка выносливости. Если пережить первый удар кровоспина, то второй уже не нужно бояться. Неплохо, конечно, но жаль, что в школе Мо всего 9 уровней, и самая сильная марионетка равна пиковому монарху. Вот если бы можно было сделать марионетку сферы пути, было бы шикарно, вздохнул Нинци. После он подсчитал время создания одной марионетки. Как оказалось, для создания одной марионетки у него уйдет 30 лет. При учете, что он будет создавать ее на тренировочном поле, то во внешнем мире пройдет месяц. Гора Галактики уже скоро. Когда заберу все камни звездной души, вернусь в империю Шэньду и начну делать марионетки, все обдумав, юноша покинул тренировочное поле высшего класса. Спустя несколько дней корабль юноши добрался до горного хребта галактики, и Нинци быстро связался с мастерами сект заброшенных земель. Повелитель пустыни, мы собрали все камни, какие смогли, но когда другие прохожие мимо расы увидели, как мы их собираем,
также выхватили парочку. Вероятно, вскоре эту гору уже можно будет переименовывать. Увидев Нинци, один из мастеров сферы монарха с улыбкой подошел к нему. Несмотря на то, что они оставались здесь все это время, новости о происходящем время от времени доходили до них. Каждый сейчас восхищался тем, что Нинци сделал с Тяньюй. В прошлом перед Тяньюй им приходилось вести себя паиньками, но теперь они ворвались на их территорию и перебили множество родов в отместку за прошлое. «Хорошо, вы все герои», — Нинци пылко посмотрел на гору камней звездной души и сразу же убрал их в пространственную сумку. Вся грусть от потерянных очков достижения немедленно исчезла, и он стал хвалить людей за проделанную работу. Всем показалось это странным, может, у юноши хобби такое было — коллекционировать обычные камни? Ван Ча и другие сильно сомневались в этом. Им казалось, что камни имеют какой-то эффект, иначе зачем юноша собрал их в таком количестве? Бессмертный корабль продолжил свое движение в сторону империи Шэньдэ. Во время полета над горой галактики, внизу можно было увидеть сияние камней, но попадались они редко и были небольшого размера, не представляя особой ценности. Вроде бы, в моем доме где-то стояла статуя из этого камня. Как вернусь, нужно будет ее хорошенько изучить, решил Ван Ча. Мужчина даже не догадывался, что именно из-за этой статуи и той неуловимой для его уровня практики энергии он достиг всего того, что имел сейчас. Раса Тяньюй, род Ханьшань, Лун Хайто и еще двое мастеров средней стадии пути ждали достаточно долго, но группа Нинци не возвращалась. В итоге они решили снять формацию и наказали людям следить за периметром. После чего все трое направились в запретный регион рода Ханьшань, убежище великого мудреца Тяньюй. С тех пор, как великий мудрец вернулся из вечно мертвого моря, ушел в закрытую тренировку на 1000 лет. Даже не знаю, когда он сможет выйти. Как только они втроем подумали, сколько им еще ждать, из глубин запретного региона раздался взрывной смех. Ха-ха, только подумать, что у меня, великого мудреца Тяньюй, появится шанс открыть врата дворца небожителя и увидеть сам дворец. Это великий мудрец. Он совершил прорыв. Трое переглянулись и с удивлением поспешили в глубины запретного региона. Глава 3191. Старая птица группа Лун Хайту, достигнув глубин запретного региона, увидела величественную фигуру, застывшую в воздухе. Две ее пары рогов полностью отличались от тех, какие были у всех остальных в расе Тяньюй. Рога были покрыты золотыми линиями, словно множество золотых рек, впадающих друг в друга. В то же время за фигурой находился полупрозрачный дворец высотой в несколько десятков метров и шириной сотню метров. У входа в зал стояли две статуи, каждая напоминала члена расы Тяньюй. Фигура, стоявшая перед этим призрачным дворцом, выглядела как император, величественно вышедший из своего дворца. «Ко мне!» Фигура с широкой улыбкой протянула руку ко дворцу и воскликнула. Мгновением после из дворца прямо в руку фигуре вылетела кувалда из черного золота. От кувалды исходила сильная аура, от которой группе Лун Хайту стало не по себе. Артефакт духовного возвышения, да к тому же третьего ранга. Лун Хайту посмотрел на своих товарищей, затем они дружно поклонились фигуре. «Приветствуем великого мудреца Тяньюй, поздравляем вас с достижением вершины сферы пути». На лицах троих отразилась неконтролируемая радость. Великий мудрец совершил прорыв, их раса теперь точно станет четвертой святой расой в низшем царстве Шэньло. «Ха-ха, раз есть выгода для меня, то и для вас найдется». Мудрец, смеясь, взмахнул своей большой рукой в сторону дворца. На глазах у группы Лун Хайту из призрачного дворца вылетел ряд фарфоровых бутылок, которые мигом остановились перед ними. Один из троих поспешно открыл одну из бутылок и воскликнул. «Пилюля класса пути, возвышение истока, переход со второго царства в третье является своего рода преобразованием талисмана Да и души. Они из своих первоначальных состояний превращаются в два ядра, являющихся самым важным для мастера сферы пути. Стоит также упомянуть, что по важности ядро души намного важнее, чем ядро талисмана. Эта самая пилюля возвышения истока способна усилить ядро души, но и ядро талисмана Да. Для практика сферы пути подобная пилюля самая лучшая для повышения практики. Вот только купить их можно исключительно у трех святых рас. Они трое раз в 100 лет могли принять не больше 5 таких пилюль, а всему причиной такого небольшого количества очень высокая стоимость. 1 000 000 монет Шэньло за штуку. Были также другие ограничения, не все могли их покупать у трех рас. Только высокие расы в рейтинге пользовались данной возможностью. Но сейчас перед ними стояло 30 фарфоровых бутылок, в каждой из которых по 10 пилюль. Если они разделят их поровну,
то каждый получит по 100 штук. Такого количества хватит на 2000 лет вперед, а ведь это время было довольно долгим для территории царства Шэньло. В низшем царстве один день практики равен сотне лет в бессмертном мире. 2000 лет были огромным промежутком времени. Я открыл врата и добрался до своего дворца небожителей. Внутри множество различных пилюль и всякой всячины. Можете в будущем прийти еще за пилюлями, сказал великий мудрец Тянь Юй. Лун Хайту поспешно сказал: «Патриарх, лучше вам их принять. Чем сильнее вы, тем сильнее наша раса. Чертов подхалим», — подумали двое мастеров рядом с мужчиной. «Они только что получили подарок от главы, а он хочет его вернуть. Я достиг великой завершенности сферы пути, теперь эти пилюли для меня бесполезны. К тому же, когда я смогу добраться до высшего царства, у меня будет этих пилюль целое море», — улыбнулся Тянь Юй. Все трое были потрясены и посмотрели в небо. Чтобы достичь высшего царства, нужно добраться до четвертого царства. О таком они и помыслить не смели. «Что произошло, пока меня не было?» — спросил Тянь Юй. Глаза Лун Хайту загорелись, он немедленно сообщил обо всем, что сделал Нинцы. Великий мудрец, хотя человеческая раса перевернула правила 3 раз в свою пользу, самая большая проблема в том, что им помогала Валькирия из клана Золотого Ворона. «Мне кажется, что клан Золотого Ворона намеренно использовал людей против нас», — проговорил Лун Хайту. «Что-то подобное произошло». Лицо мудреца стало мрачным. Он не ожидал, что пока совершал прорыв, его раса оказалась под гнетом человечества. Но действительно, самым главным было вмешательство Валькирии, стоявшей на стороне людей. «Великий мудрец, давайте уничтожим человеческую расу, а затем отправимся к расе монстров, узнать, в чем причина их действий», — предложил Лун Хайту. Двое других посмотрели друг на друга, немного помешкали, но затем закивали. Такая возможность могла дать понять всем в низшем царстве, что их раса Тянь Юй стала новой святой расой. «Ту старую птицу лучше не провоцировать. Я только прорвался, моя основа нестабильна. Если буду сражаться, то проиграю. Лучше сначала я еще помедитирую, стабилизирую основу, вот тогда и решим проблему», — задумчиво ответил Тянь Юй. Группа Лун Хайту была немного удивлена, но перечить приказу мудреца они не смели. Тянь Юй наказал им ничего не предпринимать и снова вернулся к себе в пещеру, приступая к практике. Только когда практик получает свой дворец небожителя, он начинает понимать, что не все так просто, как казалось, и что есть сильные и слабые дворцы небожителей. Оценка силы дворца формировалась из врожденного и приобретенного качества. Врожденная оценка включает в себя духовное развитие, физическое, а также мощность техник. Чем выше эти показатели, тем прочнее дворец небожителей. Приобретенная оценка формируется из исключительного трудолюбия мастера. Чем больше он работает над собой, тем выше будет сила его дворца. Независимо от первой или второй оценки, Тянь Юй считал себя значительно слабее, чем глава расы монстров. Только когда он усилит свой дворец, сможет поговорить с ним на равных. А пока была большая опасность того, что его дворец небожителя могли насильно разрушить. Естественно, группа Лун Хайту этого не понимала. Они думали, что сила двух сторон была почти одинаковой, но на самом деле была огромная разница. «Ладно, пусть пока поживут», — Лун Хайту злобно улыбнулся, после чего вместе с полученными таблетками отправился тренироваться, что сделали и его товарищи. В то же время группа Нинцы возвратилась в столицу империи Шэньдэ. Когда император получил известие, сразу же позвал Линься, Учена, Сэньло и других мастеров сферы пути встретить прибывших. Глава 3192. «Не думал, приветствую императора Шэнь». Когда группа Нинцы увидела Шэньдэ, все сразу уже поздоровались с ним. «Повелителю пустыни не нужно быть таким вежливым», — Шэньдэ был слегка смущен, а затем с легкой улыбкой повел свою группу на борт корабля. «Мастер Линься, Учан, Сэньло, владыки 5 высших сект империй. Ну, за исключением владыки империи Тянин, остальные здесь». Ван Ча посмотрел на приближающуюся группу и сразу же представил их Нинцы. Одновременно с этим он ощущал небольшую гордость. На встречу с братом Нин пришли даже главы 3 святых земель. Разве это не значит, что империя Шэньдэ начала расти в статусе? «Повелитель пустыни, позвольте мне представить вам, это брат Линься, глава святой земли Линься, это…» Шэньдэ достаточно быстро представил Нинцы людей, пока все они разглядывали юношу. Сэньло пренебрежительно взглянул на Ван Ча и остальных,
а после с натянутой улыбкой спросил: «Повелитель пустыни, я слышал, что ваше путешествие в Расу Тяньюй сопровождала Валькирия. Могу я узнать, где она сейчас?» «Вижу, брат Сэньло хорошо осведомлен», — подметил Нинци. Шэньдэ был поражен, ведь даже он этого не знал. Ван Ча вспомнил об этом и поспешно рассказал: «Император, она правда следовала за нами и даже помогла предотвратить разрушение нашей империи». Император Шэнь с ужасом слушал отчет своего подчиненного, но также был рад, что все плохое обошло их империю стороной. Линь Лунху был погружен в свои сомнения, а затем после небольших раздумий его встряхнуло. Он, наконец, вспомнил, что действительно видел женщину-практика в группе юноши, но не придавал этому значения. Однако сейчас, вспоминая ее форму одежды, он осознал, что именно она и была валькирией. Похоже, Шэньдэ не лгал. Повелитель пустыни имеет тесные отношения с расой монстров, раз сама валькирия сопровождает его. «Думаю, это поможет сдержать расу Тяньюй», — посчитал Линь Лунху с чувством облегчения. Остальные вопросительно посматривали друг на друга, затем все дружно снова уставились на Нинци. Поскольку Сэнь Ло задал такой вопрос, значит, на то были веские основания. «Повелитель пустыни, я случайно узнал эту новость, поэтому и спросил, чтобы убедиться в ее подлинности», — улыбнулся Сэнь Ло. «Мисс Джиг вернулась в свой клан», — коротко ответил Нинци. «О, вот так совпадение», — кивнул Сэнь Ло, но все слышали сомнения в его голосе. «Мастер Сэнь ведет себя слишком грубо», — Ван Ча и другие люди позади него начали сердиться. Заметив, что атмосфера стала накаляться, Линь Ся рассмеялся. «Ладно, давайте не будем стоять здесь и разговаривать. Повелитель пустыни и его люди устали с дороги, предлагаю пойти во дворец брата Шэнь и уже там продолжить беседу». «Хорошо», — Сэнь Ло поддержал предложение. «Императорский дворец». С легкой улыбкой на лице Нинцы и остальные немного побеседовали, после чего Сэнь Ло произнес: «Повелитель пустыни, ты убил многих в расе Тяньюй. Могу я узнать, как ты решишь проблему с великим мудрецом Тяньюй?» Все резко замолчали, атмосфера в зале снова стала напряженной. Юноша посмотрел на Сэнь Ло, внутренне понимая, зачем они сюда пришли и ждали его. Они боялись мести Тяньюй, но из-за огненной Целинь также боялись его и старались деликатно подойти к этому вопросу. Нинци со своей привычной улыбкой ответил: «Я и не думал об этом». «Что?» Все с удивлением посмотрели на Нинци. Он что, серьезно не думал о последствиях? Народ считал, что он им хоть как-то объяснит свои действия, но уж точно не таким образом. Сэнь Ло сразу же стал серьезным. «Повелитель пустыни, если мудрец Тяньюй придет за местью, никто из нас не сможет его остановить. Неужели вы не думали об этом?» «Не думал», — ответил юноша. После такого ответа многие мастера сферы пути начали гневаться. Никто не ожидал такой безумной выходки юноши, которая толкнула их расу на край пропасти. «Почему у него такое безразличное отношение?» «Тогда, что получается, нам всем придется уповать на произвол судьбы?» — спросил Сэнь Ло. Нинцы все в той же манере ответил: «Позвольте мне узнать, какие отношения связывают три святые земли, пять высших сект и девять империй?» А Сэнь Ло слегка нахмурился. Он не ожидал, что юноша внезапно задаст такой вопрос. «Вы имеете в виду всю человеческую расу?» «Все тесно связаны между собой», — ответил юноша и продолжил. «До того, как я пошел к расе Тяньюй, они послали пятерых мастеров средней стадии пути и дюжину начальной стадии пути. Так вот, брат Сэнь, что бы ты сделал на моем месте?» «Что?» Все были в шоке. Только Линь Лунху знал об этом, но не оглашал. «Все же эта информация была не подтверждена. Я был бы полным идиотом, если бы просто проигнорировал их атаку и не попытался отбиться», — с насмешкой сказал Нинци, а затем пристально посмотрел на Сэнь Ло. «Итак, я убил их, ну, если быть точнее, то одного из мастеров средней стадии убила мисс Джи. Как вы думаете, успокоилась бы после этого раса Тяньюй? Если сила их расы ослабнет, то у нас будет куда больше возможностей выстоять войну. Так что же на это все скажет брат Сэнь, правильно ли я поступил?» Сэнь Ло закрыл рот, выражение его лица несколько раз менялось, но он не знал, что ответить, потому что только такой вариант событий, описанный юношей, не приходил ему на ум. «Но если бы ты ранее не обидел их, то ничего этого не случилось». Лишь после небольшой паузы Сэнь Ло нашел, что ответить. «О, ну если характер брата Сэнь такой покладистый, если ты любишь терпеть, то мне остается лишь восхититься этим». Нинци развел руками, затем обратился ко всем присутствующим. «Я устал, так что на этой ноте прощаюсь с вами. Повелитель пустыни, хорошего пути. Мы вас проводим». «Не нужно», — юноша покачал головой и развернулся, даже не взглянув на уродливое лицо Сэнь Ло.